Царю Небесный, утешителю души и земли, и же везде сын, и все исполняя, сокровище благих, и жизни подателю, приди вселися мы, и очистены от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Брат Вячеслав, попросите благословения. Милосердный Господь, Святая Троица, Отец, Сын и Дух Святой, благослови, Господи, этих людей. Открой, Господи, тайные помышления, тайные мысли, дабы Ты сделал истинный выбор, нашел Твоих чад, и дабы мы могли принять это решение правильно, по совету. Господи, положи на сердце людям говорить только правду, дабы Ты их принял к себе, как новых чад. Хвала Тебе, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. 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 Дядя Тихонович, у нас только получается 3 члена церковно-приходского совета. Да, а Глушков? Извините, да, один уехал. Я ходатайствую, чтобы еще принимала в голосовании участие Алевтина Пантелеевна, потому что чтобы она... Чтобы кто принимал? Тетя Алла. Тетя Алла. Она, у нее большой духовный опыт. Большой. Но она не член церковно-приходского совета. Мы даже сейчас церковные люди, которые знающие, проголосовать, согласны или нет? Хорошо, но я советую принимать ее сведения тоже, принимать ее слова тоже к сведению. Сейчас мы решим это коллегиально. Итак, Алевтина. Приподнимись. Коротко расскажи. Коротко о себе. Сколько лет тебе? Откуда ты? Я была в баптизме. По трудам Игнатия Тихоновича таким над моей душой, над нашей семьей, я обратилась в православие. Ты была кем? Баптисткой? Я сказала. Год скажите, пожалуйста, чтобы все знали. Да, год. Год мой? Нет, год, когда вы обратились, пришли, сколько вам было лет? Ну, я обращалась в баптизме, в протестантизме. А потом... Какой год был? 1970? Какого? Мне было 21 год. Это 71 или какой? Да. Ну, вот. Старшая дочь, жена священника. Вот. Ну все, тогда я вопрос ставлю. Кто знает члена нашей деревенской общины за то, чтобы ее в честь отсутствующих, она знает всех, совет, согласна, чтобы она как бы их заменила, у нас оттуда не могли приехать. Поднять руки. А так вы там не знаете, нет? Только кто знает. Так, кто против? Ну все, тогда сядь поближе. Светлана, вы сюда можете сесть. Будешь голосовать, допускать и допускать до крещения людей. Тут маленькое объявление. Батюшка здесь. И в первую очередь расспрашивает тех, которые еще не были на исповеди. Остальных батюшка принимал каждый день. И поэтому сейчас из братьев, которые приехали, и не братья, не мужского пола, поднимите руки, кто не был на исповеди. Так, раз, два, три, четыре, пять. Да ты же крещеный принимал. Да ты крещеный. Ты крещеный. Кто готовится к крещению и не был. Так. А потом, сестры, раз, два, три, четыре. Вот в этом порядке, кто подняли руки, мужчина, а потом и женщина выйдет. Все. Так, первый, говорите о себе. Кто вы, какой, откуда, почему решили здесь принимать крещение? Есть ли вы письменно видите? Есть. Переверзев Виктор Николаевич. Уроженец Новосибирской области, рабочий поселок Колывай. Проживал как-то и в Алтайском крае, в Алтайском. 4 года. А решил принять крещение здесь, потому что здесь крещение правильное, без обмана, бесплатно. Полным погружением трехкратным. И вот я решил здесь вот, покреститься. Как говорится, я искренне верю в Бога, Иисуса Христа. И хочу, чтобы, как говорится, было правильно не попасть в ад,
Они мочат он там, а мне это не надо. Вот и все, просто отец сказать. Так вы знаете, какие приблизительно вопросы задаются? Вы на них отвечали? Отвечал. Ну, тут вот, ну, все... Проверь, там я не вижу. Ну да, вот на все 11 вопросов. Добывает сам себе хлеб пропитанием, начальником быть не хочу. Члены церковно-приходского совета принимают да и нет. Отдельную бумажку вести и батюшке представить. В браке 36 лет зарегистрирован с женой. Что делать? В браке 36 лет зарегистрирован с женой. Ну вот так. Ни разу не разведен, ни разу ничего, все как положено жил. Так, не будем задерживаться сразу. Честно. Кто за то, чтобы его допустить? Кто у вас поручители? Никого у меня нету. Никого нету, да. А как насчет Слова Божьего? Прочитали Слово Божие? Ну, я же постоянно на занятиях у вас присутствую, и если меня не успеваю, я слушаю вот вас, Игорь Владимирович, ваши занятия постоянно. Ветхий Завет? Ну, там читаю, я Старозаконие читал. Даже в Ветхом Завете? Ну, Старый Закон, это Ветхий Завет, да? Библию я, Евангелие читал. Ну, Евангелие находится в Новом Завете, а... Я веду по понедельникам Ветхий Завет. Вот, да, ваши занятия тоже прослушиваю. Вот ваши. Мне нравится, как вы ведете. Я доходчиво, я понимать лучше понимаю. А сам я прочитаю, ничего не пойму. Нравится, как ты ведешь. Тебе деваться некуда, голосовой. Ну, мы же еще не ставим вопрос. Ну, правильно говорить. Хорошо ведешь. Ну, нет, я искренне. Понятно. Я же без меня. Члены церковно-приходского совета, ну, все отвечено. Могут принимать это, сдавать совет. Батюшка выносит решение абсолютно самостоятельно. Это рекомендательный характер носит. Можно еще вопрос задать вот по ответам его? Вот эти вот ответы кто-то подсказывал? Нет, я сам от души. Никто не подсказывал. Что сказать, тут в душе я не... Такое впечатление, как будто я ему сидел, диктовал. Нет, это душа. Это мне... Попроси его, чтобы он был у тебя поручителем. Хорошо, Игорь Владимирович, будьте моим поручителем. Хорошо. Тогда вы слушаться его должны. Да. Только обязательно. Плохому он вас не научит. Но меня обижаться больше не надо. А я не обижаюсь, я и тогда не обижался. Я просто... Так, члены церковно-приходского совета, кто за то, чтобы допустить до крещения? Поднимите руки. Так, сколько? Лена, раз, два, ну, три, считать. Иди на глаз. Так. Семь человек. Ты тоже? Так, нет. Так, кто против, человек, чтобы его не допускать до крещения? Так и запиши, ноль. Все, следующий, кто идет на исповедь? Кто не был? Вот. Кто на исповеди не был? Здесь сейчас. Встаньте, чтобы вас было видно, слышно. Назовитесь, и потом сядете. Авраам. Миру Анар. Фамилия. Мустафай. Авраам. А отчество? Эльман Углы. Эльман? Ну, ты мусульман? Нет. Никогда не был. Никогда не был? Что у тебя? Так, хорошо. Мустафаевич. Отец его мусульманин? Да, отец у меня мусульманин. А, нет, я и говорю, что это, ну, это... Я отец рос без родителей. Отец мусульманин у него. Вот да. Так. Я мусульманин рос без родителей. Мусульманами рождаются, христианами становятся. Нет. Это тоже неправильно, мусульманами не могут рождаться. Христианином родиться не может, ему надо добровольно принять Христа, уверовать в искупительную жертву, что за него Христос умер. А там ничего не требуется. Родился, все. Как у иудеев? Уверовала, не уверовала, он не женится на христианке, пока она не скажет, что я мусульманка. А назад хода нету. Если три человека слышали, сказала, я не мусульманка, а потом стала мусульманкой, то назад хода нету, только на кладбище. А у нас, да, верующие, ушли мусульмане, мы поскорбили на этом все. У них прямо написано. И они, которые обращаются где-то, они обречены, если только не смеют вовремя убежать куда-то. Ну, мы, видите, большая разница в этом у нас. А еще можно, Матильевич? А у тебя два имени, да, получается? Мустафаев, Амар? Анар. Анар? А как переводится? Гранатовое дерево. О. Как? Гранатовое дерево. Гранат, хорошо. А потом Эльмал? Эльмал? Это Эльман отца зовут. Эльман, отца. А Аглы это сын. И Аглы еще. Перевод. Сын, да, сын, да, отца, это отчество. Эльмана, да? Да. Отчество. Так, коротко. С какой верой? Кем для вас является Иисус Христос? Своими словами скажите. Иисус Христос является для меня спасителем моей души, чтобы я не погиб, но имел жизнь вечную. Верующий в него не судится.
а неверующий уже осужден. Потому что не уверовал в единородного сына. Ну, по всем вопросам они брали, только у нас написано, приблизительно посмотрели. Какие-то занятия с тобой проводили? У тебя кто поручитель? Вот она сейчас наверное. Я поручитель, он попросился. Стал поручитель. Да. Большим авансом, тут Игнатий Тихонович согласился, только под полное поручительство, ну, как бы, что он в послушании будет. Как говорят, аванс натянутый, там, стократно натянутый аванс, можно сказать так. В детстве ходил в это братство православных следопытов. В Кемерово есть такое БПС, общество, ну, в детстве. Братство православных следопытов ходил. Но это когда в детском доме был. А потом что-то меня откинуло оттуда. А борода у него что с бородой? Поручитель это есть? Я говорю, с бородой, вот он буквально, мы только стали, ну, может быть, год назад, наверное, ты на меня вышел, да? После этого долго тебя не было. Потом вот уже где-то месяц где-то назад он буквально просил приехать. Мы отказывали, но и уже вот с Игнатием Тихоновичем посоветовались, и он сказал, можно приехать, только если он по полным послушаниям, то есть я буду за него как бы ответственным. И по поводу крещения было сразу ему сказано, крещение, ты не готов к крещению, и как тут на совет, ну, сразу решает, ну, что может быть и не, тебе и никто не примет, ну, то есть не согласится. Как совет решит. А вы сами рекомендуете? А тут у тебя слово непонятно, грех блуда, и дальше ус сранил, да? Или что тут? Слово какое? Сейчас, это уже не опубликовано. По всем параметрам я считаю, что человек не готов к крещению. Это наверное, не готов. Знаешь. Потому что никакой проверки не было, ничего. Но. Курса написано. Но какая простандарция пишет. Так. А это борода-то. У тебя такая борода и все? Ты когда был? Я брил ее. Когда? А когда брил? Последний раз, вот когда с тобой Вячеслав разговаривал. Брил, ну и что же, чтобы в доме даже не было. Месяц назад. Месяц. То есть там все крайне нестабильно, настроение может меняться постоянно, еще много предстоит как бы, работы у человека. И ну, на собой. Меня тоже хочет комиссант, не могу ничего показать. Если он, конечно, будет послушный и будет верный, то есть здесь выходить на занятия, все это может исправиться. Да, ему нужна очень сильная помощь. Помощь ему нужна очень хорошая. 93-й год. Тот поручитель, которого вы слушаетесь, он обращается очень многим. Либо об этом говорит, не спеши получается. Иначе ты поручитель, а вот он другой, оказался он в долгах. Теперь покупай, а вот тебя ничего нет. А ты поручился за него, и ты не знал, что он должник. За ним миллионы кредитов набрал, я вообще говорю. Так, у меня доверие к нему есть. Есть? Есть доверие. Но дело в том, что у нас всякое было там, он открывался где-то. Я его прощался, он будет здоров. Я не видел его в наших списках. Вот, его заодно имя. Ты, по браку расскажу, как у тебя. Ты получается. Сколько ходишь на занятия? Заходил к нам? Захожу на занятия на работе. Вот, я работаю 6-1, у меня не всегда есть время. Я просто наушники вставляю и слушаю. Ветхий Завет ваш слушаю, как вы рассказываете. Вот недавно о золоте вы говорили, я слушал. Сколько там? Час, наверное, 20 занятий шло, может, больше. От начала до конца все вот прослушал. Ты считаешь себя хорошим? Ты много раз на это говорил, что я сам себе хороший человек. Я как бы... Просто я не по тому пути пошел. А на самом деле я не такой человек, каким я стал. Был всегда другим. Много кто о мне может... походатайствовать, какой я человек в миру. Даже жена может сказать, какой я человек на самом деле. Мы как-то поругались, она пошла, развелась, но мы с ней не расстались, живем до сих пор вместе, я ее не отпускаю, и она меня не отпускает. А она тоже... Она христианка, я ее в том году... Христианка? Да, я в том году ее крестил. Ну, ее, фамилия, как у нее? В церковь, что она не крещенная была, у нее родители не крещенные, я ее заставил, мы пошли в церковь, я ее дочь крестил. Как у нее фамилия? Наталья. Левенец Наталья. А, Левенец. Ну, Левенец. Я знаю, что она... Ну, мою фамилию взял. Ну, она как бы сейчас перенимает образ жизни мусульманской женщины, да? Ты там заставляешь? Нет? Я вообще с мусульманами я никак не связан, у меня нет в этой крови даже. Никуда, да? Нет. Ну, как-то видно, да, что он не связан. Я бы никогда не сказал, что он оглы. Я чисто русский дух во мне. Русский дух. Ты понимаешь, что с женой это такой, Владимир Владимирович, с женой развелся, сейчас живет.
Живу с ней. Это она меня простила. А с Кемера он близко живет, может быть? Ну, я на все. Я бы вам такой вопрос задал. Совсем не знаю. Вот когда беседуешь с армянами, какой они вопрос задают? Всегда, все одинаковые. Вот если он армянин, он другой вопрос не может задать. Он только один вопрос мне сразу задает. Знаешь, что я русский? Если немец, ему разницы нет, кто перед ним. Он всем задает только один вопрос. Армяне все так научены. Ну, как сейчас, с любым, с Украины. Слава Украине! Я говорю, а кому слава конкретно? Украина это что, граница или люди? Ну, давайте пересмотрим, какие женщины, чем ведут, какие ереси пришли. Они просто... Первые христиане на земле. О, это обман в армян. Потому что первые христиане евреи, которые Христос избрал, дали греки, как Лука. А уже там, третий, четвертый, не имеет значения. Да, армяне приняли в четвертом веке. Они раньше, она называется Григориано-Армянская, апостоличная церковь, правильно? Аминь. Вот Григориано-Армянская, а раньше Григория, как лютеране не могли раньше лютера быть. Марксисты не могли раньше Маркса быть. И поэтому в четвертом веке жил такой человек праведный, и он там охватил проповедью Армению, эту небольшую страну. И они его посчитали, значит, не на первом месте. И коснется, когда разговор, вы скажите, ребята, вы историю не знаете. Первые – это евреи, рыбаки. Ну, и так понятно, Евангелие считает это. Так, изберите себе, кого вы знаете, верующих, поручитель, чтобы был. Вот кто-то над тобой власть имел, чтобы ты не скрывался. Так у него уже есть поручитель. Все. Брат, это да, семейный вопрос, это ему доверяешь, духовый, я говорю, это разобраться. Переговори с ним, видишь, развелись, нерегистрированные живут, там что-то вот такое все. Да, да, нет, нет, остальное от лукавого, там вот так вот будет хвостом махать. Но она хочет венчаться, ну просто... Да ладно, венчаться, не о венчании речи, зарегистрироваться и жить, не блудить ни ей, ни тебе. Она не блудила, это я блудил. Плохой ты. Еще коротко проголосовать, да и все, у нас еще сколько людей отпускать. Кто за то, чтобы допустить Аврааме до крещения? Совет даем батюшке. Посчитайте, сколько. Что, два. Так, два человека. Церковно-приходского совета. Так, все видели? Ты должна принимать решение, потому что слышишь. Да. А не просто сидеть кухне. А давайте я... Давайте. Еще. Поднять. Это нет. Поднять руки, чтобы Аврааме допустить до крещения. Там кто-то еще есть. Член приходского совета. Вот три. Три. У нас и больше нет. Кто против, чтобы не допускать его? Так, один. Так и записать. Так. Давай, рассказывай, кто ты такой. Поднимись, чтобы тебя все видели. Он уже ходил к батюшке. А. Да-да-да. Надо, кто не ходил к батюшке. Я Тестов Константин Сергеевич из Красноярска. Работаю на заводе, это тружусь. Вот. А что за специальность? Слесарь. Вопросы, ну давай. Слесарь. А 18 лет. Вы не писали? Ну, я не сегодня. А, он ездил помогал. Спасать. Вы написали, который бумагу? Да, я не написал, это сын писал. Да. А поручитель кто? Никого? Ну, я через весь часов. Ну, мы с ним вовремя, не короче. Ну, ты его удалил, что письма на виде надо? Или не успел? Он должен был писать и сесть. И поехал, Володя-то у него тосол слетел, тосол-то, она только на его машине можно было поехать. Я брату, поручителю брата Антония, я ему за месяц сказал, если не больше даже. Нет, а Константин же, мы же он, разбирали его. Мы разбирали, да. Все, они разбирали уже с Игнатьевым, что две недели были. Да, да мы же здесь, мы работали. Учитель, ну, тут сейчас еще более... Интересный будет вопрос, я вообще не могу решать. У него здесь жена, мы выделили отдельный домик, да. Это его сын сидит, он сейчас заявление подавать будет. И еще младший, это в доме. Здесь? Да, ну, маленький. Два годика. Тоже крестить? А? Крестить все? Да. Да, всех всегда. А маленький будет крещение принимать? Да. И маленький, еще там младенчик. И жена? Сколько? Нет, жена не будет. Два года. Ну, два года. То есть он был здесь, и сколько были, ни одного замещания нету. Как будто он давно-давно в нашей находится. А сколько лет он? Ты через ролики Игнатьевича? Да, два года. Два года, два года, да? И борода тоже два года. Спроси, какой рост у него?
Ну, я вижу, мы подметили. Метр 96. Метр 96. Так что нам Петр этим микробом молчать надо перед ним. Как Власов. Мы его ждали, он уезжал домой за женой вообще. О. Так, ну, вопрос ладно, меня интересует. Как вы нас нашли? Так, как нашел? Ну, через интернет. Ну, вообще смотрел сначала Германа Стерлигова, честно. Ну, вот. Ну, через него, честно. Как бы через него. Через него, ну да, все честно. Христос, добрый. Так, кто поручитель у вас? Ну, через писал. Потом учитель, наткнулся. Вы должны быть, и Володя. Наткнулся на истину. Хороший поручитель тоже. Почувствовал, понял, что здесь более истинная, как бы, ну, вера, исповедание, то есть соблюдение, ну, канонов, там, правил, ну, более строго. И, ну, начал изучать. С канонами познакомился? Ну, нет. А откуда знаешь тогда что? Ну, только слышал, по роликам, по видео. Вопрос, надо все исследовать, брат. Услышал сразу раз, и канон, где какой, чик-чик. Так кто по телефону каноны находил? Ну, вот, брал и находил каноны по телефону, в компьютере. У нас все на сайте есть. Кто? Вот, один человек только. А, двое даже. Нет. Прям садишься, раз открываешь, там все есть на церковно-славянском, на русском языке. Mm-hmm. И перлюстрируешь в голове, смотришь, какие каноны там, о чем, где. Я к этому добавлю, когда мы ехали из этой миссионерской поездки, нам советовали в Чечню не ездить, там только умеют головы резать. А дальше добавляю, это вы ищете быть мучеником. Ну, молодежь-то зачем с собой берете? Так кто меня избирает поручителем, я скажу, что правильную биографию дают. А другое, допустим, он скажет, да как-то переможем, мы где-то бросим, там спасемся в пещерах, ущельях. Я знаю, можно, но меня почему-то на первую страницу выносят. Первоапостольские христиане. Так что для кого я? Так что вы знаете, что вас ждет. Никаких компромиссов. Вовремя отступить, уметь. Это я знаю все, но... На переднем фронте быть. В чем нападает несправедливо, без ответа я не отставлю. Независимо от того, кто он, премьер-министр, президент, патриарх, я, папа римский, я буду отвечать, как есть. Поэтому у меня врагов много, но и друзей больше, чем у других. Мы с братом в этом очень схожи. Так, кто у вас поручитель? Вы... Володя, и вы Володя, вместе две недели пробыли. Я хотел как раз спросить Володю. Дольше проживешь. Вот есть что сказать о брате Константине? Ничего. Ничего нету? Мы просто сидели вместе, занимались, на эти вопросы разбирали. Я приводил места писания, какие надо, по каким отвечать. То есть Библию, конечно, плоховато знают. Ветхий Завет, но изучаю. Ветхий Завет не дочитал, конечно. Нет, новый читаю. Местами, вот если попадается там. Два года, и ты же видишь занятия. Ты был на занятиях? На занятии нет, на молитве. А, на занятиях никогда не был? Не был. Я думаю, неужели два года на наших занятиях и не полюбить Слово Божие? Не знаю. Я прям там весь выкладываюсь. Думаю, неужели неинтересно людям? И географию, и историю, там, чего только они не заберусь куда. Ничего не интересно людям. Ни география, ни история, ни церковная история. Дозрел только. Нет, интересно. Я Библию 22 раза прочитал, от корки до корки. Так, вопросы у члена приходского совета только, Константину. Есть какие-то? А жена почему не крестится? Ну, она говорит, крещенная, ну, то есть обливанием. То есть она считает, ну, мало верует пока. Обливанием она крещена. Да. То есть я с ней беседовал, все. А борода у тебя там, поясок, то, что ты не дикобраз для нее, нормально все? Ну, есть, ну, да, сопротивление. Понятно. Семьи. Ну, ты готов, да, это нести? Да, да. Ну, вот два тебе года. Тебе сколько, 31? 38. О, 38. Ну, ты уже взрослый мужчина. Сам смотри. Так. Больше жениться нельзя будет. Понял, понимаешь? Кто поручитель, Володя? Ты чаще встречайся с ним в интернете там или позвонить. А жена в храм ходит? Ходила прошлый год, но в этом году она один раз с нами была. Ты сюда приехала с вами? Сюда, ну вот сейчас я за ней. Ну, первый раз мы приехали без нее, я съездил за ней. Это, ну, она ради нас только, да, приехала.
Если я проголосовал за вас, покоя вам не будет уже. Отступления не будет. Так, кто за то, чтобы Константина допустить до крещения? Считай, сколько. За столом все. Четыре. Кто против? Только члены церковно-приходских советов. Это из Барнаула. Там получилось место. Андрей уехал, в городе нету. Глушкова, короче, квартира заперта. Ну, никого нет. А Игорь пришел, вот он. Да. Староста деревни, вот он сидит. Ну все. Так, давай за второго возьмемся. Тестово. Да, вот. За малыша? Да. А ему сколько лет? Отвечай, давай. Все вопросы задавай. Ты отвечай. Как тебя зовут? Меня зовут Максим. Громче, чуть-чуть. Сколько лет тебе? Где живешь? Меня зовут Максим. Мне почти 9 лет. Живу я в Красноярске. А почему ты решил принимать крещение им у нас? Я козюки, если делал. Ну, потому что... Громче. Да ладно. Он когда ложится на спину, у него только два рычага на колене работают. Молодец. Завтра посмотрю. Его надо удерживать, чтобы он не заплыл. Ты его бери под крыло свое. Хорошо. Но дальше берега никуда. Два метра. Ну, будем строить вниз. Ты сам решил, или папа тебе сказал, и ты и папа послушался? Или ты сам так решил? Вообще... Он его папу сюда привел. Куда без папы-то? Он ему все говорит, надо ехать, надо ехать. Ну, он сам решил или кто тебе? Я решил сам. Мы с ним друзья, вот в чем дело-то. А как он, слово Божие-то, относится вообще? Он никуда не убегает, сидит, внутрь не проникал, но другой считает и ничего не это. А этот может и считает, и все делает. Только одно слово сказал, он уже совсем занятие, он сидит, беседовал сколько раз. Он ни разу не огорчил меня, ни в первый крест, ни во второй. А компьютеры, игрушки играешь? Ну, бывает. Бывает? Так, компьютерные игры, это безголовые уже люди будут. А у нас, знаете, были конструкторы. И мы строили машины, краны там, помню, всякие там станки какие-то, германские, вот такие так, интересные, болтики там все. Программы, все уничтожили. Интересно. Я начальник детского лагеря, сам создал лагерь, 45 лет директор. И последние годы я перестал принимать детей, которые играют в компьютерные игры. Они совершенно ненормальные, бесноватые. В полном смысле слова. Хочешь бесновато увидеть, найди игрока. Ни в телефоне, ни в компьютере, нигде игры больше христианин не может играть. А в Евангелии он содержание так знает. Я вчера с ним общался, что Христа искушал дьявол на пустыне, вот он все рассказывал. Читали ему что-то? Да, конечно. Ну, мы читаем. А в храме он не ходит в воскресную школу? Ходит. А, в воскресную нет, но утром мы в воскресенье с ним. А, ну понятно, там воскресных нет. Ну, а литургии у нас. Воскресной школы нету просто, да? Есть, но она по вечерам проходит, воскресная есть. Ну, можно в воскресную школу, там все равно что-то о Боге скажут. Некоторые не верят, что играющие в компьютерные игры, они меняют внутренность свою. Вот у нас служба идет, а открыта, промуги одной нету, дверь открыта летом, людей там мало совсем. Только батюшка выходит, все, ребенок падает, лет 13 ему. Упал, ну ладно, это можно это сделать, но он делается бледным, как стенка. Он не может кровь отогнать от лица. Его вытащили за руки и ноги, на скамейку положили. Анания кончился. Заходят, сапира лежит. Ее вытаскивают. Только эту вытащили, еще один упал, его выносят, а первый Анания сидит на скамейке, глазами хлопает, нормально, все. Я первый раз встретился, и когда вернулись в лагерь, я стал расспрашивать. Играют невыходно, безвыходно компьютерные игры. Они не понимают. Вот у нас девочка такая, ее тут нет, она Ефросиния. И она, ну, качается, тарзанка называется, высокие такие качели. Она между ног садится на веревку, так, на палочку. А он стоит дальше, 13-летний Руслан. Его покрестили уже где-то Андрей. И он просит, дай покачаться.
Она спускает эту палку, палка летит к нему туда, он стоит, палка эта толщиной в руку, она бьет его в лоб, течет кровь, он падает. Он не поймет, как она из монитора вылетела-то. Он там герой, он стреляет американцев, подводных инопланетян, а тут вдруг его что-то победила палка какая-то. Он не может понять. И тут в лагере эта дисциплина другая, он бабе звонит. Баба, я научился первое есть. Он никогда не ел, видно. Да, это знаю. Второй раз просит, второй раз палка летит, знакомый. Снова бьет его. Он так и не понял, откуда она вылетела. У него мир ограничения монитора, дальше экрана нет. Поэтому уничтожить, просить Бога, чтобы освободил от этой бесовщины. Ничему ты там не научаешься. А как научиться? Читать Писание, слушайся верующих родителей. Кроме того, есть хорошие детские рассказы для верующих. Танцами занимался, да? Брейк-данс. Максим, брейк-данс. Тоже. Не будешь играть? Полубеснование. Ну, нет, я ему поверю. Отец, понаблюдай за этим. Надо он с отцом, да. Кто у него воспитает? Это поручитель. У малыша? А? У малыша? Да. Поручитель? Поручитель. Должен мы с отца спрашивать не будем. С его разрешением они будут заходить вместе, когда нужно. И отвечать. Избери кого-то, знаешь, вот Володя, Вячеслав, я, Игнатий, брат Игорь. Ну, пока нету других. Кого изберешь? Ну, с кем общался, избирай. Кого поручитель избрал? Мне кажется, кто у отца поручитель, логично, чтобы у сына ответ. Были, чтобы сразу с ними двумя все, и работали. Все, как раз это хороший ответ. Ну, отец тогда вот на концу двойная порция. На занятиях, когда отработал, молитву через каждые 2 часа бывает, вы, может, раз зайдете, по возможности. И скажу, что никогда не пожалеете. Попробуй другом стать ему. Другом. Не деспотом, ничего, а другом. Какую должность занимал Саблер у императора? Саблин? Саблер. Ну, министр какой-то отрасли. К нему приходят, вот так сидят, а где он? А как их считают? Министерство. А как он считает? А как он знает? А этот сидит, вот, торопится. Да, да. Дверь приоткрыли, а он считает. Милостивый Господи, да разреши наши вопросы. Да чтобы нам было... По одному посетители поднимаются и уходят. Вопросы разрешились. Он на кафе считает. И беседовать не с кем. Если ты в верующей семье, считается Слово Божие, такие на веру по Евангелию фильмы смотрят, там тебе много не придет трудиться. Он в скором времени начнет тебя вопросами заваливать. А мультфильмы детские, религиозные, смотрит он, компьютер, мы понимает? Мы смотрели вот зимой. Их очень много. По Библии, да, там. Очень много. Но их потом... Там Супербог есть такой. Здесь Иосиф, Иосиф мы с вами смотрели. Помните? Потом принц Египта, фильм, да, там, про Моисея. Смотрели. Очень интересно. Звезда утренняя, вечерняя. Да? Принц Египта. А? Принц Египта, мультик. Не смотрел. Ну, фильмы смотрели, а... Ну, про... Надо же... Про Моисея, да. Про Иосифа. Это вот то, что ты на занятия не выходил и не общался, в общем. Mm-hmm. Молитва – это хорошо, конечно, это прекрасно. Почему на занятия? Так, вопрос если нет, мы проголосуем, давайте. Кто за то, чтобы отрока Максима батюшка допустил до крещения? Посчитайте. 5 человек. Кто против? Вот это, я понимаю, счет. 5-0. Располагает просто. Так. Чувствуется, что не обманет. Так, кто еще из мужчин? Давай, Сергей. Нет, Сергей. Сейчас еще кто-то, кто... А! Да. Коротко назовитесь и тогда садитесь. Антоний Ермолин, 44 года. Город Санкт-Петербург. Скажите. Владимирович. Значит, так получилось, что к крещению готовлюсь 3 года, потому что 5 мая 2019 года 5 мая 2019 года Господь коснулся как бы меня через Святое Евангелие. С той поры как бы я
изучаю, ну, стал изучать Слово Божие, читать толкование святых отцов. И как-то возрастать духовно в каком плане, как бы этот, стал этот, молиться больше, как бы общаться с Господом, получать какие-то добрые ответы, ну, почувствовал как бы руку Его, как ведет Он меня по этой жизни. А самое главное, что я стал познавать Христа. Потому что я понял, что я не знал его вообще совершенно, как бы этот, я был не знаком с ним. Ну, вот. И так получилось, что по прошествии двух с половиной лет этого пути он меня подвел к тому, что открыл мне правду, что я некрещенный. Некрещенный. Все началось с того, что как бы этот ангел-хранитель сказал мне, чтобы я бороду как бы этот отращивал. Ну, этот вопрос какой-то вот, ну, бороды как бы этот вот постоянно как бы давлял надо мной. Я стал искать ответы, почему как бы это борода, и я наткнулся на Игнатия Тихоныча. Вот, но посмотрев как бы первый ролик с ним, я как бы этот не смог принять как бы, потому что я не вмещал еще как бы этот, ну, вот эту правду, как бы эту вот истину, но спустя какое-то время я, попробовав со всех сторон, как бы понял, что эта вода живая и нет в ней неправды какой-то. Я стал как бы больше смотреть, больше как бы этот, обращать внимание на общину. Но самое как бы трудное для меня было вот, ну, признаться как бы это в себе, что все эти годы я просто, ну, находился во тьме какой-то, как бы считая себя каким-то верующим и православным христианином. Я обратился к Николаю Астахову для того, чтобы он подключил меня к ресурсам общины и стал моим поручителем. Но Николай мне открыл путь в общину, но сказал, что, ну, чтобы моими поручителями были Игорь Дыбунов и Игнатий Тихонович. Я вот обратился и к Игорю, и к вам, Игнатий Тихонович, но вы сказали, что как бы у вас очень много дел, как бы, и в принципе наставничество Игоря как бы будет, ну, полным. И я ему доверился, как бы этот, и вот эти вот полгода мы плотно с ним общались, он постоянно направлял меня, поправлял меня, укреплял в вере меня, был добрым наставником моим. Вот. Для меня вот это как бы этот крещение, к которому я вот сейчас вот подхожу как бы этот с волнением, это самое важное и главное событие в моей жизни, потому что я буду давать обет Господу сейчас, если, конечно, совет мне разрешит принять участие и батюшка благословит. И мне предстоит нелегкий путь быть рабом Божиим, жить по Его заповедям. Что скажешь про учителя? Ну, вопрос. Что скажет про учителя? Про учителя? Так ты же поручитель. Я? Мне да. Можно? Я поручитель или что? Меня просил, кажется, чтобы быть поручителем. Вы подходили ко мне? Я, да, я на занятии к вам обращался. Так, вам звонил он. Да. А вы это сказали, что ко мне отправили. У вас не было времени. Он это все сказал. Он по порядку все рассказал, как было. Через Вячеслава. Вячеслав его отправил к вам. Николай Астахов. По беседе. Николай Астахов, да. Вопрос. Это не о поручительстве я говорил. Я говорил о том, чтобы разобраться, как приехать, стоит ли, чтобы не получилось, что я что-то отказался. А он же вам звонил недавно. Ну как недавно? С полмесяца назад. Решай, сейчас мы кто будет поручителем.
Да, я поручитель у него. Ты поручитель. Ну все тогда. Полгода я с ним занимались, мы работали. Ну что нужно, он совет спросит, позволит. Да, у него только единственный момент, но я думаю, что это может отводет. Вот сейчас скажу просто одну. Он сюда ехать уже договаривал, все сказали, когда прилетит. И он говорит, я прилетаю там в 9:25 и сразу еду в Коробейниково поклониться иконе Коробейник. Ну, это ревность просто невероятная. Я его пытаюсь мягко сказать, что у нас тут Алтайский край, а не Санкт-Петербург. У нас тут пока поедешь, потом еще не приедешь. А ты же приехал вроде как на крещение в субботу. Мы рано выезжаем, и нам нужно быть на совете. Он не понимает это, опять на своем настаивает. Опять я тогда уже к вам его отправил. И он покаялся, слава Богу. Говорит, я прошу прощения. После крещения можете съездить. Да, там, это пожалуйста, конечно. Спокойно, у вас уже все будет торопиться. То есть нужно... У нас это неповторимо только через год. Нужно договариваться сразу. Он вообще ни о каких иконах не говорил. Но один раз он мне такое сказал, я вот хочу сам у него узнать. Я не стал тогда выяснять. Он сам из Зырян, как правильно, Зырян? Из Зырян, и он говорит так. У нас у зырян, как бы в генах, там в крови, вера в Иисуса Христа, которую нам Стефан Перский принес. Я ему там сказал, говорю, это что-то у тебя такое, как у мусульман или у евреев. Я говорю, это надо выбросить как-то из головы. Но он не понял, по-моему. Ну, у них главную роль-то сыграл там Стефан Перский. Ну да, да. Вот он и, вот, у них, это, конечно, поклонение Степану Перскому, это понятно. Это и... настоящий апостол был. Ну он-то был, а все зыряне, как сказать, про всех-то они... Он все и, ваши там... портянки, на портянки перевел всю материю, которую нам пусть вешают. Вот ты зырянин, да, ну пускай ты будешь зырянин, там, не русский никакой, все равно я сам белорус. Но ты, вот ты верующий, и ты стал верующим, вот трудился, ходил там в храм и так далее, ты стал верующим, а... Ребенок твой родится от тебя, он опять должен сам трудиться, ты не можешь ему передать веру. А у тебя, видишь, как зыряне, вот у нас там, мы там, что-то такое, это неправильно все. Я думаю, тут вот с иконами тоже, вот это перепоклонение тоже аккуратнее надо просто, брат. Он такой ревностный очень, может перегорит, больше к Слову Божьему надо направить ревность, я так считаю. Чем к иконам. Понимаешь, это слово даже ревность, у нас умели... перелопатить в нескольких смыслах. Даже человек, знающий закон, он так легко поддается эмоциям. Вот когда Нафан рассказал Давиду, что там овечку отняли, он так возревновал смерть ему. Он говорит, это ты. Вознегодовал. Вот. За овечку 4 отдать, и все, еще смерть-то здесь. Но он такой ревнитель за все, оказал в 2 смертных грехах повинен. И хорошо, что не сработали эти, иначе бы половина псалмов не было. Так и здесь. Вот он пришел. Зырян, какое слово происходит? У нас есть слово «зыркать», «смотреть» и так где-то. Превратить в постоянное видение Господа. Приди на... Пойдем на Голгофу, мой брат. Там посланный Богом Мессия распят. О правде святой проповедовал он, больных исцелял, а теперь он казнен. Пойдем перед ним. И опять запев. Запев на Голгофу, мой брат. Он жаждет, и жаром ланиты горят. Он жаждет, и уксус тому подают, чьи воды живые для мира текут. Пойдем перед ним. Вот это стихотворение, и, видимо, Проханова Ивана Степановича, положено музыку, оно поется у протестантов, там у баптистов. Оно хорошее. Мы так тоже поем. Именно зайдем и пойдем перед ним. И в этом все. Вот так собираются, это, может, последний раз собираются. Вот документы, которые мне привезли, там, я считаю... Ну, я мое мнение говорю. Только ой-ой-ой-ой-ой. Понакручено, понаверчено, чтобы все-таки нас сделать электронными. Я не вижу, не слышу, а расписался везде, чтобы отпустили. И за каждую бумажку там требуется 2800, что ли. А, вот в чем дело. Это новая компания, это группа людей, и окошки 20-е, 21-е, никого нигде нету. Сидят. Давай, денег нет, я сказал, Льву Николаевну, заплати, там высчитаю с Людмилой Степановной. Голосуем. Голосуем. Ну вот вы ж какое дело. Вопросов нету, брат? У меня нет вопросов. Одно то, что преодолел такое и согласился, что с порядком так сделать, это говорит о многом. С человеком можно работать, можно поручать. Он, видишь, как распорядился. Это я прикинул такое расстояние и ой-ой. Там с женой еще тоже, ну жена верующая, да, она крещена, там причем старообрядцев.
Но как бы это, ну, к нам не очень благоволит. Ну, со мной здоровается, поздоровался пару раз. Бог в помощь. Так что да, Бог в помощь. Ну, там у него все крепко. В браке, слава Богу. Она называет люди, которые верят по-другому, бывает легко найти, но мне как-то пришлось вести беседы, выступать, проповедовать в научном, не научный городок называется, а под Новосибирском. Научный городок? Научный городок, нет. Да? Да, так называют. Да, академгородок. Академгородок, да. Академгородок. Ну, и сидят-то там, как говорится, высоколобые какие. А задают вопросы сложные такие, я на все отвечаю, а потом вам говорю. Чтобы вопросы эти ответить, у меня ушли тысячи часов. Как я вам завидую? Один стал говорить, не завидуйте. Как легко нам дается, так легко и теряется. А если я это с таким трудом добился, столько труда положил на это... Поэтому оно и закрепляется крепче. И в таких людях, которые вот это испытывают, где-то несогласие, близкие люди, он наоборот закаляется. Конечно, не будь подкаблучником. Самое страшное на земле создание – женщина. Жуткая, страшная, последняя тварь. Почему? После нее Бог никого уже не творил. Но она сотворена для пользы человека, для дела. И когда начинаешь говорить, и мне говорят, вы как-то сказали, что женщина – это смерть. Я говорю, в жизни не говорил. Я сказал, слова этесиаста, он говорит, женщина горше смерти. Но они сразу отступились-то. Это его слова, Соломона. Он, наверное, в женщинах разбирался. 300 жен и 700 наложниц. Правда, у князя Владимира ровно в два раза больше было. И поэтому страшнее женщины, только мужчина подкаблучник. Она по силе своей не может, она там может плевать, а то другой, но распускать руки не каждый будет. Иначе он ее... приговаривать. А вот когда мужчина и женский характер, и он делает, что она говорит, это опасная фигура. Так что никогда не будь. Ты будь пленным, будь где-то там на расстреле, но не подкаблучником. Ты должен вести ее. Но ты, если бы на минуту-то расставался, когда с женой-то подкаблучника дам, ведь он бы ей наказал, ты его смотри мне, ни с кем не разговаривает. А с кем разговаривает эта дамушка? Никого и нет. Да мало ли какая тварь приползет. Да они же не умеют, только блеять и лаять. Ну ладно так, от меня не отходи, а то смотри. Приходит, она уже не Ева, смерть. И когда она в рот раскрыла и закусила, в это время смертными сделались 100 миллиардов человек. Миллиардов. Все птицы, звери, присмыкающиеся, все сделалось смертным. Нам это никогда не понять. Но зато Христос умер, жертву его достаточно спасти планету Земля и тысячи галактик. И мы это второе принимаем, должны первое принять. Страшно. Водами все умирают, а во Христе все живут. У меня есть интересная для вас фраза, которую нужно заучить, не отплевываться от нее. Бог никогда никому ничего не прощает и простить не может за так. Да Бог же прощает. Внимательно выслушай. Никогда и никому ничего не прощает за так. Полюби. Он не может, это не его свойство. Иначе бы он его простил, и мы бы не умерли, бессмертны были. А как? 6.23. Послание к Римлянам. Возмездие за грех стире смерть. Смерть, не милость Божия, смерть. А дар Божий, жизнь вечная во Христе Иисусе. Это один стих. И поэтому... Я просто свою биографию рассказываю. Я не делал то, что люди делают. У меня товарищи обманывали родителей, из дома тащили. У меня не было этого. Я не касался даже этого греха. Но я точно знал, что я в мое место в аду. Меня никто не мог убедить. Откуда во мне это? Да ты веру в Бога веришь. Посты я все соблюдаю от груди матери, только оторвали все. Мне внутренний голос говорил, я смертный. Так, у нас кто... Проходите к батюшке, кто прошел испытание. Поднимайтесь. Ну, не было у меня тех, проходите, кто не был. Так, подожди. Уже вышел. Потом кто откроете, заходите. Голосуем, Игнат Тихонович, а то тик-так. Голосуем? Нет, я сказал. Так, голосуем. Сейчас еще подойдет. Мне все. Так, батюшка, послать данные эти, покажи. Подойди сейчас. Батюшка, возьми, пожалуйста, бумагу, проголосовали.
Сейчас еще два человека еще подойдут. Ну там другую дверь выйдете, там подождете. Еще два человека сейчас подойдут и как. Сейчас пусть зайдут, они будут потом. Один это зайдут обратно. Давайте проголосуем и все. За, кто за? За. Так, считай. Единогласно. Что ты там делаешь? Все, иди, брат, единогласно. Вот еще сестра, вот Ксения, сейчас. А пускай идет она, пускай идет. Заходи, сестра, иди. Туда зайди, а потом зайди. Батюшки, иди. То у меня не было, с кем я не разговаривал, заходите. Заходите. А потом просто вернетесь. Потом вернетесь и все. А с остальными что, уже, уже проводили беседу, все? Нет. Батюшка, батюшка с ними встречался. Батюшка. Вы были, господи. Да-да, были. Сейчас здесь покажут. Все, садитесь. Исповедь батюшки – это еще не допущение до крещения. Еще он посмотрит и, притом повторяю, рекомендательный характер. Мы не принимаем решения. Допустить – это не крестить. А сколько всего к крещению? Они подержали, сегодня только двое приехали. Я думаю, 12 или 14 или больше. Потому 13, что вчера только 13, два, примерно 13-14. Два вот эти отрока сидят. Они приехали издалека, Казахстан. Есть люди, которые приехали, 4 человека отказались. Ну ладно, пожалуйста. Есть люди, 4 человека, которые приехали, отказались. Их надо вызывать. Ну, то есть они двое посчитали себя не готовыми. Из Казахстана, которые приехали, а две, ну, так, оказались не готовыми. Еще на исповеди. Давайте поскорее к делу перейдем. Это был. Рассказывай. Ну вот так, подожди. Кто не был на исповеди, сначала их пропустим. Нет, ну, все ушли. Ушли. У нас осталась только одна Оксана Блинникова, которая туда ушла. Да. Она не был, на совете не была. Батюшка ее забрал, сказал. Значит, здесь никого нет среди нас сейчас, которые на исповеди не были, только крещение готовится. Вы были? Все были. Но Оксана Блинникова, она из баптистов, 20 лет была в баптистах. Так что... Она Слово Божие знает лучше. Ну, она вернется. Ну, все тогда, все. Говори. Малахов Андрей Александрович, 73-го года рождения, проживает в Челябинской области, в городе Троицк, женат, вот супруга сидит. Работаю вахтовым методом на нефтяных поселках, в вагонных городке. Нету, да, тут? Нету, я начал писать, у меня это... Супруги тоже нету? Есть. Вот. Хорошо. И это... Имя, отчество еще есть? Андрей Александрович. На вышках, да? Вы... Да, мы, нет, мы не на вышках, мы обслуживаем. Клининг. Я разнорабочий. Линий, да? Понял. Нет, газовый. Клининг, разнорабочий. Подсобный. Подсобный. Понятно, там хватает работы, что-то. Подрядный организация. Ну, рабочий человек, рабочий, работает руками все. У меня свой дома, свой гараж, ну, мастерская, боксы. Занимаюсь ремонтом автомобилей, покраска, сварка. Ну, то есть работа есть. Плюс деревня. Надо ним там поделать. Значит. Кто у вас поручитель? Поручителя у меня нет. Нет. Я еще раз фамилия как? Макаров? Малахов. Малахов? Малахов. А вы на занятиях участвовали? На занятиях, да, я участвую. Ну, недавно. А сколько? Времени. Недавно, да? Да, с Нового года. Как, дата прошла. Сколько вы здесь? Здесь мы с 29-го. Да, это 12 дней, ну, теперь больше. Понятно. С субботой вместе, да, участвовали? Да. Ну, я больше, я потому что участвую и с... как вы уверовали, давно в православную церковь ходите? Как дошли до наших занятий? До занятий дошел, но попался случайно ролик Игнатия Тихоновича. И он мне показался интересным, потом он у меня стал выпадать в рекомендациях, потом я его часто просматривал. Ну, просто, знаете, как, прости господи, как сериалы смотрел и постепенно вслушивался и дослушался, что... А в храм ходили в этот момент? В храм ходили мы. Ну, жена с постоянством, а я не видел особого греха. И, допустим, если у меня была работа, я мог ей пренебречь. А борода, когда у вас началась? Борода вот. У меня была, то была, то не было, то не была, то не было. А уже в декабре последний раз, как я перестал встречу, утвердила меня Елена Владыщук.
И помогла жене, без сомнения, и чтобы она на меня не давила постоянно. То есть Елена как поручительница, оказывается? Нет, она не поручилась, не поручалась нас. Ну, понятно. Она, Но если повлияла на вас женщина, как-то, значит, как-то коснулось вашего сердца разговор? И... А почему именно здесь хотите вести? Здесь, потому что я такое увидел, слава Божье. Никакого ни лукавства, ничего. Нет, ну мы поэтому спрашиваем, когда ходили, ходили раньше или нет. То есть у вас есть чем сравнить? Есть. А, то есть вы здесь же на службе были, да? Да. Ну и как служба? На службе это грезили. Именно вот в таком порядке и такой службе. Ну есть чем сравнивать, да? Это несравненная служба. Да. Это так. А с писанием вы когда познакомились, до знакомства с писанием? У меня началось знакомство далеко до этого, еще, наверное, в 90-е годы, начало 90-х годов. Я периодически открывал, ничего не понимая, но тяга появилась после первого прочтения, ничего не понимая, ну, как повествование, история, как можно сказать, как художественную литературу. С Нового Завета начинает видеть. Именно с нового. Ветхий Завет сейчас пытаюсь, но он, чаще я его прослушиваю, вот, начитку Игнатия Тихоновича. Ну, мультфильмы смотрел в детстве, сейчас, да? Именно по Ветхому Завету. Они мне как-то доходчивые, на сердце лучше ложатся, чем просто читать. Потому что Господь отрезает иногда, не кровотащит даже. Надо, чтобы кто-то был включен. Я с ним месяц хожу, работаю без отказа. Беру работу. Ну, бы нам, в общем, давно таких. У него не по божественному обращению нет, не по работе. Как бы с нами попроповедовали, хоть надо хоть праздник. Он как-то за тобой следит, как четыре глаза. Я не успею шевелюсь, он уже перевел. А он горит на работе, да. Сгорает. Как пахнуто, да? Как Пахмутов Георгий. За его нет и Георгий, это Пахмутов. Сейчас ключ идет освоен, а потом станет золотой работал. Больше такого не будет. Ну да. Ну, если нету поручителя, ну, вы сказали... Убирайте кого-нибудь, все. Нету. Кто с вами надо работает? Надо поручить, чтобы более близко связь. Хочу просить Владимира. Правильно. На брата большая нагрузка. Отвечать тебе, брат. Перед входом остановится апостол Петр и скажет: «Эх, Владимир, Владимир, ну ладно, заходи». Володя, я тебя записала в поручитель. Поручился? Вы это, как бы вот... По активнее работайте, вот когда нет у вас поручителя, братья, вот кто с ними близко, вот Елена Гладыщук, она не могла, вот когда говорила ему о бороде, сказать: «К Игорю Дубнову выходи». Она сказала. Ну почему вы не выходите-то? Ну, что мне боитесь? Вот брат вышел и видишь, уже там стоит, уже все нормально у него. Что это за страхи какие-то передо мной? Я что, кусаюсь, что ли? Могу добавить только, что это... Пример свой, я когда вам начал к Вере тянуться, с Андреем Смирнягиным вместе мы работали, я даже сам приходил на занятия, сам вставал на молитву вместе, он даже меня не приглашал. То есть надо, чтобы ваше личное стремление было, так человека не заставишь, чтобы Библию изучать, он должен сам. Ну я просто прошу, видишь, есть авторитетные братья, которых почему-то не боятся. Вот, Игнатий Тихонович, там, брат Вячеслав. Я вот, допустим, свободен, я мог бы еще двоих взять на поручение. И вас бы мог взять. Выходите в скайп, увидели, я же не смогу вас за глотку схватить. У меня, во-первых, позвоночник, я уже двигаюсь, как каракатица. Это было раньше, бы там можно бояться. Я вообще человека ни одного пальца не тронул. Я, можно сказать, жертва всегда был. Ну, не видно по мне, но это так. Потому что я заступался за слабых и получал от этого. Ну, там на Украине 100% уже его убили. Так что, что бояться-то, не знаю. Вы в следующий раз, брат Вячеслав, в следующий раз на меня тоже направляйте, если много братьев. Столько братьев, ни у кого поручителей, там, того нету. В чем дело-то? Нет, не Елена Гладыщук, я так и говорил, я почему-то это...
Ну, вы видите, вам, конечно, легче беседовать с женщиной, она мягкая, там, там, туда-сюда. Ну, конечно, я могу пожестче там. Нет, она... Ну, я в чем пожестче? Я же не то, что а-та-та сейчас ложись на скамейку и сам себя клещи, я же пожестче. Я вам место писания сказал, что почитать. Епитимия, она вот епитимия, она не страшная. У нас епитимия, это ты должен покаяние пред Господом приносить только теперь такое строгое, чтобы ты забыл об этом грехе. Вот в чем дело. Никого же не наказывают. Вот Игнатий Тихонович судят. Вы наказываете детей. Вы бьете детей. А потом, когда начинается уже, вы наказывали детей. Да, наказывал. Так наказывал, это не бил уже, понимаешь? Бить это понятно, бить. А наказывать это, а как наказал? А там уже другое, там словесно наказал. И человек начинает, совесть его обличает. Вот, уже идет какое-то покаяние. А Златоуст говорит, вот когда ты сказал, увы, мне, вот она начало покаяния, вот до чего нужно доводить людей и себя. Так что это на вас, то, что у вас нету поручителя. У нас другие братья есть, кстати, не только я. Он, брат Никита Колесников, тот тоже может сказать. Ну и к нему никто не обращается. А он там, между прочим, сидит на острие меча. Там в любой момент его и на фронт отправят. А он не пойдет, его расстреляют просто и все. Парни, или забьют. Он такой, он характер у него чисто христианский. Ну, кто-то видел ролики с ним. Игнатию Тихоновичу приходилось его даже как бы подкручивать немного. Такой есть. Ну что, голосуем, нет? Давайте решим вопрос. Это батюшка сейчас торопится уже, ему надо идти. Другие благовествовать. Так что за то, чтобы брата Андрея допустили до крещения. Так. Жена идет. Да, жена идет. Ну, потом мы женский рот отдельно. Ну ладно, хорошо. Так, теперь кто тут у нас? По порядку начинайте. Шацкий Александр Александрович. 41 год, 81 год рождения. Вот, да, родился в Владимирской области, город Александров, но проживал в Украине, Ровенская область, деревня Тучин. Вот, с 11 марта 2015 года проживаю в городе Москва. Повезло вам, да. Сейчас бы выбирали, куда идти. Ну, жена там осталась, я не знаю. Кошмар. Игнатий Ильич, сколько здесь Александр? А? Александр, сколько здесь вы из 5 числа? Разговаривали с ним уже? Я с ним не разговаривал, я знаю только, что он ведет молитвенное правило, когда 100 поклонов молитвы он считает. К нему никогда никаких претензий не было. Тоже в поезде сколько молитвы? Четко, ясно. Даже по голосу видно, что он старательный и верит. Поручитель. Нет. Он оглашенный языки. Кстати, где брат это? Что-то не знаю. Брат Ермолин, а вот Антоний, он не сказал. Он оглашенный языки соблюдал полгода. Так теперь оглашенный языки, завтра выйдете. И завтра же будете приняты на крещение. Теперь только грех может вынести оттуда. Не тебе только, это ко всем, кто... Вы очень хорошо запомните, запишите, какие... Я совсем забыл об этом. Хорошо, что записали. Я вспоминаю свой день. Тот, какой я встал на колени, работая моряком на Балтике. И что со мной сделал Господь, пока эти полчаса были на молитве? Я стал абсолютно другой. Тот мертвый, я смотрю на него, это другой человек. И у меня сразу вспыхнуло рассказать людям. Только в корабль возвращаясь, лоцманский подводит катеров. Первому же матросу сразу, первое свидетельство было. И на утро весь караван кораблей, все узнали, Лапкин сошел с ума. Все. Только вчера самый перспективный учащийся, работник первого класса. И все, умный человек разве будет это делать? Это надо пережить. Вот нам сколько говорили в Чечне ездить, а мы поехали. Редко где так нас радушие везде принимали, но именно вот так. Молодежь куда-то идет. Мы остановились, а где библиотека? А там первый едем по проспекту имени Путина. Я нигде такого больше не встречал.
президента Путина. Молодежь оторвался один и сразу у нас, вот здесь вот пойдемте, я провожу. Мы сбились в дороге, никак, машина едет, мы остановили ее. Поговорили, он, я в другое место, ну за мной езжайте, вы со всеми туда едете. Мусульманин. И он, когда выйдет на дорогу, подойдет, а у меня отец, как на вас, аксакал. Начинаем разговаривать с ним. А как вас звать? Махмуд там, я. Друг друга благословили. Вот сколько встречается разных людей, но мне ни разу не встретились. Вот, ну, я про других говорю, нахально это. Менты называют, милиционеры. И нас дорога останавливали. И даже штрафовали, но враждебного ни одного не было. Ну неправильно там, сейчас вот поехал тут один у нас и пересек линию сплошную. И так было. Он машет головой в углу. А сколько штраф? Говорят, 5000, правда нет? Ну, ужас какой. Первый раз. Половина. Ну да. 5000. А так там потом по это, комиссии. Нет, и он сразу сообщил, просто так как другой бы скрыл. А, одну, да. Не двойную. Они же не имеют права. Одинаковые. Я двойную. Милиционер отпустил. Видите, в каждом народе, всюду и везде, вот талант надо от Бога получить, выбрать зерно и отличить чистое от нечистого, левитам 10-10. Да это там все, это, даже в Украине, которая сейчас так, которая нас винит во всем, сколько у нас там друзей. Мы были когда, как нас встречали, колокольным звоном, как будто архиереи приехали. Беседы, мы негде помещаться, они с колокольни там, где отовсюду, и все заснято было. Слава тебе. Но сказать, вот именно весь народ и такой, недавно, ну я знаю, цыгане, это отребье, это уже все, сатана. Я один зашел, совсем согласен. Сколько благословению, как он просит его благословить, цыган. А как вы настаивали, чтобы проскочить Украину, именно вот в то время, я даже удивился. Я думаю, что так спешит на Тихоныч? В то время, когда и прям только проскочили в 13-м году и в 14-м. На тебе здравствуйте, пожалуйста. В 15-м году я еще ролики не смотрел, еще вас не знал. Мне было до этого подарена Библия, но до этого я книги разные, я в православии всегда был, вот, и православные книги, ну, подчитывал разные. Я любил очень с людьми, ну, то есть, что прочитаю, тем и делился, то есть, это у меня было всегда. Вот, и мне попала одна женщина, боже, прости, забыла ее имя, вот, которая ходила ко мне в больницу, ну, там реабилитация, я занимался с ней руки после перелома, она должна была принять монашество, и она мне подарила прям, ну, 77 книг, толстую прям Библию, и еще приказала, говорит, не будешь считать, отдай другому, ну, как не будешь считать, я уже начал подсчитывать. Вот, соответственно, ну, без толкования пока, без, ну, так вот. И у меня еще было, ну, значит, про «не убей», вот, заповедь. Я еще, ну, понимания у меня до конца этого не было, но я понимал для меня, что русские, что Украина, что Белоруссия, славянские народы, это, ну, как единый народ всегда для меня был. И чтобы поднять оружие, меня коснулось в 15-м году то, что начали бегать с этими повестками, призывать. Вот, и я, не дожидаясь этого призыва, ну, я понял, я служил в армии, и как медработник, соответственно, меня заберут. Вот, и я решил забирать семью и уезжать сюда. Вот, тут у меня были родственники, вот, что и сделал. Вот, а здесь уже у меня возникло много вопросов разных, потому что я видел эту несправедливость, вот, и было много своих каких-то греховных моментов, которых... ну, скажем, я не мог и побороть их из-за того, что я себе там и даты ставил, что я только не делал. То есть я, ну, как бы вот все, да, то есть как бы что вот расстанусь там с чем-то, да. Вот, и получалось, что, то есть я не знал тогда еще Христа как своего личного спасителя. То есть не был с ним знаком, хоть был всегда в православии. Вот. Бабушка меня в детстве водила в храм, то есть она меня обливанием крестила в детстве, там на Украине. Также я тоже уже потом выяснил это все. Вот. И
уехав сюда, то есть, ну, я взмолился Богу, что, чтобы Бог мне кого-то открыл, потому что я уже какой-то в тупик зашел, то есть я не понимал, как мне двигаться дальше. Я в храм ходил, то есть меня священник забрал в алтарь, я помогал в алтаре, то есть, но я не видел, я видел везде вот какой-то, ну, несправедливость, все, там за деньги бегают, там еще за что, ну, понимаете меня, да, то есть, как бы, то есть нет искренности вот такой, как бы, чтобы человек вот искренне верил в Бога и шел, ну, по этому пути. И Бог мне одновременно открывает. Я начал ролики смотреть, искать разных священников, и ролики мне попали с Сергеем Парализованным и Игнатием Тихоновичем, ну, наверное, я думаю, где-то одновременно, сейчас я так не вспомню. Вот. Но я больше склонился к Сергею Парализованному, потому что Игнатия Тихоновича в каких-то моментах что-то я недопонимал. Ну, недопонимал, почему? Потому что я все-таки мало еще был, ну, читал Библию, да. Вот. И, но Сергей меня привлек тем, что все-таки у меня же Библия была, и у него в роликах в Библии вот стихи прям написаны. Их можно было проверить, о чем он говорит, и все стихами подтверждалось. Потом я начал ролики пересматривать все, которые, где разговаривает Сергей Парализованный с Игнатием Тихоновичем, и так я уже постепенно перешел и на Игнатия Тихоновича. Ну, а потом, соответственно, и Вячеслава уже я там нашел, и, ну, всех, кто вот в общине есть. Вот. И так тоже их ролики смотрю, вот, и читаю все. Ну, в занятиях участвуете? Книги я Игнатия Тихоновича тоже заказал, молитвы, читаю. Вы, я так понял, вы вот эти молитвы, то, что читаете, вы этот, как бы, подвиг на себя взяли, то, что из братьев мало кто откликается. Да, да. Меня немножко притормаживало то, что все-таки я не крещеный, как бы, да, то есть я это уже выяснил. И вот когда я в молитвах участвую, все-таки думаю, что же крещеные-то не выходит никто. Вот. Ну, но все равно вижу некому, и я все-таки участвую. Но сейчас покрещусь, я буду в постоянстве. Так, хорошо. Так, это там вы пишете кое-что там, я хотел ответить на ваш вопрос, у меня не вопрос, это деньги никому на улице давать не надо. Да, я вот это там... Только хлеб. Вот подошел человек, я хочу есть, пошли со мной, пришли, и булку серого прям хлеба, самого черствого ему. Вот постись, брат, постись и будущий. И не поднимать, когда у меня что лежит. Сейчас они делают так. Да. Только ты шел 5 шагов, тебя кто не видел, кто-то подобрал, у меня деньги выпали. Теперь все, что есть, они тебя вычистят. Это лучший вариант. Угу. Перескочи и иди. Не прикасайся, не смотри. Не обращайте внимания. В Москве очень много попрошаек. Я с этим сталкиваюсь, ну, постоянно, поэтому они всегда то на билет просят, то еще что-нибудь просят. Они деньги просят. Да, я говорю, если хочешь кушать, пойдем, я тебе хлеба куплю. А он: нет, мне хлеба не надо. Ну, не надо хлеба, я тебе денег не дам. Или спрашиваю, например, как тоже идет, спрашивает меня: дай мне денег. Я спрашиваю его: зачем тебе деньги? Он говорит: я сигарет хочу купить. Я говорю: ты знаешь, что ты 12 лет жизни своей, ну, отчитал его, как положено. Вот. Он еще удивился так, потом зато, где меня видел, улыбался уже, ходил. Ну, как бы, он-то по району ходит, попрошайничает со своими. Понятно. Вот. То есть я так денег не дам, не проверю. Новый способ заработать сейчас. Да. Господь, все. Проголосовать, все. Все готово. Да. Кто, чтобы допустить? Против. Слава Христу. Аллилуйя. Так, остальные. Повторю еще раз. Никого здесь нет из тех, которые не были на исповеди. Это батюшка спросит, мы должны сказать. Все были. Так, давай, Сергей. Цыганов Сергей Владимирович, 34 года, город Москва. Ну, Господь меня как коснулся? Мне попалась брошюрка. Я сначала не понял, а что это за брошюрка? Я открываю, и там написано, на первой прям странице, 10 заповедей, и я начинаю их читать. Возлюби Господа Бога всем сердцем, всем душой, всем разумением твоим. Вторую, всей крепостью. Второе, не создай кумира. Третье, четвертое, почитай отца, мать. И мне как будто удары во мне. Удары во мне такие, что
не соблюдаешь, нарушаешь. Нету ничего, что я прочитал бы из этих заповедей, я весь возгорел внутри. Вот именно вот это чувство меня привело, что я вообще, ну, не знаю, для чего я живу, зачем я живу, для кого я живу. И тогда я понял, что это и есть тот путь, который нужно человеку идти, чтобы быть спасенным в этом, спасенным в итоге. В мире, конечно, может быть много искушений, вражды, на тебя напасти, но все именно с Библией, если ты и Евангелием, ты все это переживешь. Ты какое место Писания не откроешь, и оно у тебя совпадает, оно как жизненное, оно вот смотришь, а у тебя именно эта сейчас ситуация, и она решается. Один из потерянных членов церковного приходского совета нашелся и спрашивает, когда начнется экзамен, его заканчивается? Ну, приди хоть посмотришь, Андрей Васильевич. Но абсолютно честный человек, трудяга, миролюбивый. Брат рассказывает нам, как он, как он веру нашел. Это вопрос о вере касается, исповедь там, в этой вере. Ну, у него не то, что исповедь, а такой, начал издалека. Я просто хочу сказать, что вы запомните, то, что исповедуете сегодня, это умерло, как падаль, как скверно выброшено, не на свалку, а в бездну к сатане, который научал это. Ваша жизнь должна абсолютно другая быть. Я со всем, которые принимают крещение завтра, попрошу помолиться об одном деле. Мы решили переиздать трехтомник Нового Завета, а цены подскочили почти в три раза. Маленький тираж, 5000 экземпляров, почти 25 миллионов рублей. Да. Таких денег у нас ни у кого нету. Но если Господь найдет, Он только скажет, и все будет. Потому что из того издания, которое второе, 75% это бесплатные библиотеки, патриархам, там разным папам, римским всем подарили. Помолитесь, но мы ничего не... И чтобы у нас было здесь в селе, везде мир был. Ваша молитва завтра, я так верю, она никаких препятствий не терпит. В водах крещения все смывается. Вы сегодня только родились, и вас сразу поведут к причастию сюда. Вы столько приобрели друзей живых и мертвых, за гробом. Все, кому вы молились, это ваши друзья делаются. Вы еще, может, не осознали до конца. Человек, который откладывает крещение в этой обстановке, он теряет все. Может, это никогда не быть. Дальше найдутся товарищи, которые будут тебя сшибать и не повторится. Как вы блаженны и счастливы. Это мое мнение. Жены нету. Жены нету. Крестишься когда? На тебе большая ответственность, если ты захочешь вдруг жениться. Нет, если он начнет вдруг сильно желание жениться, только верующие, понимаете? Женщину выбирать. Поэтому вот такой обет на тебе. Только не старая верка. Да. Она тебя сразу замучает. Одно тут к нам, остальные все. Она весь мир отрежет от тебя. Никого нету. Я заметил, ну, немного, как бы мы с ним там разговаривали, там он побыл у меня. Я заметил у него некую неуверенность вообще в жизни. У тебя суицидных наклонностей не было? Нет? Такая веселая жизнь. Первый раз встретили, разговаривали, если не о чем, о курицах. Петух поет у него там на даче у отца, и звать его, кажется, Парус, да? А вот там больная девочка, и тот говорит, я подам на тебя в суд. Ты и так больная-то. Я ему сразу ответил, сосед прав. Вы купите ему отдельную каталажку, в клетку его утром, а когда уж девочка... Как попугая. Девочка проснется, тогда выпусти, и он скажет, наконец-то не зарубили. У вас петух рад, вы рады, девочка сразу. И дальше он без бороды, а волосы длинные отпущены. Ну, еще говорит, бабий характер. Ну, я ему сказал, только он еще фотографию выступал, выставляет уже, волос на голове нет, а бардак еще не выросла за полдня. Жизнь страшно легкомысленная. Я ему не надо, не говорю, он исповедуется, поехали сюда. Если бы я имел власть такую, я бы тебя одного на шаг не отпускал от себя. Здесь даже приехал, уже милиция кричит, где? Жизнь, думаешь, потеряет меня? Ну, счет встать надо. Он говорит, до крещения никуда не уйдет. А после крещения ты другой можешь съездить, зафиксируйте. Вы меня не знаете. Я был цыганской породы, вы родители дали такую фамилию. А теперь я Христов, можете другую фамилию записать.
Есть такие в Волгар по мере Христов там. Вот так. А вот на ролике отец говорит, иди посмотри, а что там человек говорит, а Игнатий Тихонович где-то здесь, вот в этом классе или где-то там у кого-то дома, что он отправил письмо патриарху. Ну я думаю, а что он там патриарху? И он говорит, там то-то не соблюдается. Я раз на проповеди и стал следить за роликами. Вот, ну и в общем подключился сразу на занятия, на молитвы. И продолжайте рассказывать. И вопросы актуальные, крещение, рождение свыше, крещение. И мне сразу задается вопрос, а как же я был крещен? Я узнаю, что я родители в детстве там с бабушкой, в общем, и узнаю, как это все происходило. Но и, конечно же, там одни нарушения. И, то есть и никакого крещения у меня и не было. И меня тут сразу сподвигнуло, что мне надо это крещение принять, иначе нету никакого спасения. А куда ты дальше? Что с тобой дальше со своей душой это будет? Игнатий Тихонович мне говорит, приезжай, принимай крещение в прошлом году. Но я в себе это сам чувствую, что я не готов. Я не готов, что мне нужно подготовиться к этому крещению, подойти как ответственно к этому. Не просто так, что вот ну, все в себя внять и все вот это разуметь. А для чего это нужно? Именно год я к этому шел. И вот я 4 июня самолетом из Москвы в Барнаул. Слава тебе, Господи, за вас, что вас послал. Вот, вы меня встретили, мы побыли в общине. Я увидел всю другую жизнь. Я такого нигде никогда не видел, что происходит. Как молятся люди, насколько они верят. С ними можно поговорить на эти темы. Найди сейчас человека, вот я был на благовестии, ему невозможно говорить, он от тебя бежит. Это просто нереально, это невозможно. А здесь, пожалуйста, все открыты. А Боги, да. А какой вопрос? Да вот такой. А мы сейчас по Библии посмотрим, как этот вопрос решается. Все. Ну что, ты уже понимаешь, что ты готов к крещению? Понимаешь, что готов. Ну, хорошо. Обязательно нужно вообще не побыть. Обязательно. Сейчас вот там, я вижу, два сидят молодых человека. Скучают, нет? Не знаю. Вот они сейчас тоже побыли. У нас тут были, они нет еще. Один были, да, скажи, да. Другое. Я чтец, никакого звания по мне нету. Я первый раз наложил из человека эпитимию здесь, ему. Ты ешь потеряешься без меня. Отдельно пошли. В отдельном месте. Отдельная чашка, отдельная ложка. В баню не ходить. То есть он недавно. А я не знаю, сейчас там чашку-то его убрали, он не может найти, ходит, моя чашка-то где? Я говорю, до сегодняшнего, до завтрашнего дня, завтра поцелуй любви начнется. И все от тебя уходит. То есть все это для того, чтобы он свою жизнь увидел. Увидел в другом свете, в евангельском. Даже вот мы не можем сказать, что мы святые, хотя Бог нас так называет, святые избранные мои. Но чтобы он задумался, и он ни разу нигде ничего не нарушил. Это так дорого сегодня. И только скажешь, детка, и ты все уже сделал. То есть он здесь находится, и у меня доверие к нему абсолютное. Может быть, я где-то переборщил в этом отношении, но не думаю. Вот я бы ему не советовал жениться. Под кобышью будет. Тут он приехал. И тут уже потеряет он метнулся. И помогает. И везде, куда бы не повернулся. Это сильно располагает. Конечно, я буду помнить, насколько это возможно. Но ты прилагай усилия. И очень-то доверяйся где-то. Я прошу вас всех. Вот некоторые у нас есть ребята приехали. Они готовы все принять. Но каноны мы церковные не принаем. А без церковных канонов у тебя ничего и не будет. Шаганишь. Церковные каноны... Вот хорошее выражение сделал, был такой Григорий, митрополит, епископ, граббер. И он говорит, Христос, Евангелие есть путь в жизнь вечную, а каноны, так это было, чтобы не закрыть, кому я это говорю, а каноны – это вехи на этом пути. Вот зимой, когда едут по Теряевку или куда-то едут, они в хорошую погоду вдоль дороги вешки ставят, прутики. А когда пурга, по ним легко идти. Это каноны. Любое дело, которое ты думаешь, уже все обдумано, 719 правил, больше, чем еврейских 613. У евреев по костям считают, сколько костей за каждую кость каяться надо.
за каждый отдельный фаланг каяться надо. Это и везде столько добра. Вот, ребята. А что приехали? Приехали из Казахстана, ну вот не верю. Не, ну я знаю, что они через... Они решили здесь только, здесь решили, что они не готовы. То есть увидели жизнь? Не побуждаем к крещению, нет, мы говорим... А кто из них Захария? Ты Захария? Они на Богослужении-то до этого практически не были. Так у тебя это, евреи в крови? Нет. Нет? У тебя там что-то такое и отчество есть. У него вся семья баптистов. А, бапти... и там ты тоже сон, там был, да? Да. А он единственный из всей семьи начал интересоваться православием. А, ну, то есть он про православные каноны не слышал просто? Нет. А про ветхозаветные каноны слышал? Готовится к крещению. Сейчас мы восстанавливаем. Что народ еврейский принимал каноны от Бога, законы. Они шли как... Ну и что тебе как? То, что они приняли каноны. Сказать ты принимаешь... Ничего не можешь сказать. Этот шанс так переехать оттуда. У нас семья баптистов хотели переехать. Два брата. В общем, у них на две семьи 14 ребятишек, кажется, или 18 даже. Но попробовали, никак не могли из Казахстана выехать. Этим как-то проехали. Согласно документам, все. Но... Вот такое оно. Мы каждый день благодарим, что нам Господь открыл свой сын. Можно все-таки расспросить? А может? Давайте мы сначала, вот, кто еще? Написал, братья, кто хочет, кто потом... крещен? Они тоже писали. Вы крещены уже, да? Нет, креститься. А, крестите, да, а вы крестились? Да, креститься. А, тоже, да? Три осталось. А, ну ты-то, я знаю, да. Я. Давайте вот, кто вот написал, кто есть. Ну да, ну тут подряд, да, сейчас. Желающие. Еще сестры. Так, а мы проголосовали? Проголосовали. Нет, да. Ну все. А Цыганове? Проголосовали уже. Все, да, все проголосовали. Так, давайте еще кто. Бушилов Олег Иванович. 1977 года рождения. Проживаю Республика Беларусь, Минская область. Крещен. Понятно. Крещен на восьмой день в Православной Церкви, как выяснилось позже. Вот. Можно сказать, с этого момента и до определенного момента вел безбожную и греховную жизнь. Но в какой-то день все-таки зашел в церковь, увидел, что там очень много непонятного происходит для меня. Ну, как люди крестятся, как батюшка читает и Библию. Я еще на тот момент даже не знал, что такое Библия. Евангелие для меня вообще было далеко, и само название, как и Иисус Христос. И после того, как я вошел в церковь, для меня это как-то так стало интересно, что же это все происходит. И с того момента я зашел на YouTube-канал, начал набирать разные видеоролики, интересоваться, как службы проходят, что означает служба. И таким образом начал выходить на разных проповедников, которые проповедовали. Вот. И как-то попал, ну, набирал в поиски, как нужно креститься, делать поясные и земные поклоны. Ну, выскочило много роликов, но один из них был Игнатия Тихоновича ролика. Вот, я посмотрел, мне понравилось, как все понятно было и доступно, но там как-то единственный момент был, ну, разные ролики выпадаются, и ролик был подписан как-то Игнатий Тихонович, там, такой сектант в таком все плане. Ну, как-то у меня так мысль еще закралась, думаю, ну, надо же, такой хороший дедушка, а так вот сектант как-то. И как-то на это толкнуло меня. Начал дальше искать там и разных и монахов слушать, и монашеские, и церковные, и книги там читать, все такое. Ну, как-то все это было, ну, читало, на сердце ничего не ложилось. И по итоге дочитался, можно сказать, до того, что надо исповедь, надо генеральная исповедь. И вот в ноябре, я помню, у меня была генеральная исповедь у священника. Он мне назначил епитимью в плане того, что я должен во время Великого Поста читать 50-й канон, 50-й псалом. Псалом, да. Вот. И до этого момента у меня стал такой момент, потому что одни монахи говорили, что, ну, я как бы хотел, больше склонялся к монашеской жизни, но меня прельщало то, что именно там молитва вместе, а то, что их жизнь как-то не ведут. Ну, наверное, не совсем хотел бы быть в монастыре. Вот. И они говорили некоторые, что Библию нельзя читать. Некоторые говорили, наоборот, нужно. И у меня стал вопрос, так нужно или не нужно.
Я стал исследовать эту тему, и по итогу, во время, когда уже Великий пост начался, читал псалом и ежедневно молился, чтобы Господь мне указал на человека, который говорит истину, который действительно скажет, ну, как бы его человека. И вот весь Великий пост молился, и во время Великого, когда кончился Великий пост 2 мая 2019 года, я как-то, как обычно, воскресная служба, по-моему, была, вернулся, захожу на YouTube-канал, набираю какой-то вопрос там, ну и тут пошли уже ролики Игнатия Тихоновича. Зашел на один ролик, и вот как, что слушаю, так вот, можно сказать, все ложится на сердце, все принимаю. После того момента как раз попали и про бороду. Про бороду сразу понял, что ну, там были как бы обосновано, почему нельзя брить бороду. Все это было принято. Вот. И по итогу зашел тогда на форум и нашел скайп. Вот тогда еще был в скайпе Сергей Пупков. Написал ему, чтобы он меня добавил на занятия. И с того момента я уже как бы вот, 2 мая 2019 года посещаю занятия, молитвы в скайпе. И тогда уже начинал более, приобрел Библию, Евангелие приобрел, каноны и начал потиху изучать таким образом. Ну и на сегодняшний день это привело к тому, что я нахожусь здесь. Так, у вас там семейная жизнь, вы в разводе и да, я в разводе. Написали, что не ищи жены. Да. То есть вы это понимаете, да? Конечно. Когда... Потому что у вас возраст еще не такой, что прямо. Ну, жена живая, в крайнем случае. По канонам я не имею права жениться. Ну. По описанию, да. Тут уже будете спрашивать у того, кто венчает. Ну, дай бог. Вы вам же уже не 20 лет, когда не 30. Так что. Хотелось бы. Так там у вас что-то написано еще, что не имеете возможности постоянно храм посещать? Или... Да, это связано с работой. То есть у меня командировки, они от 2 месяцев и более, поэтому как бы нет такой возможности в этот период посещать. Угу. Вообще никак не. Ну я просто работаю в Европе, а там только все католические храмы. Ну, католические. Ну, как-то да. И как-то католические. Ну, честно говоря, меня просто смущает посещение католических храмов. Не поэтому... Водителем работает и в Европу ездит. И нету храмов. Как вы думаете, в католический можно зайти помолиться? Можно. Можно, даже говорить не надо. И послушайте орган заодно, и Господа вас благодарите, что музыка у них хорошая. Мы в Америке были. Они рукоположены от апостолов. В Америке я много ездил, и где бы ни был, мы обязательно зайдем. Нет православного. И католические храмы, они иногда арендуют, православное свое не имеют там. Помоги вам Бог. Тем более патриарх, наш самый высший встреча встречается с ними, с папами римскими. Мы подарили им комплект, неполный комплект книг, когда ездили, Бенедикту уже отстраненному там или ушедшему, и Франциску. А милостыню вы подаете, пишете, что значит подаете милостыню? Как это выглядит? В действии у вас? В действии? Ну, у нас есть дом-интернат, рядом город. Ну, и как бы там, где какие возможности, какую-то одежду там передать, какие-то продукты. А десятину вы кому-то даете? Да, да, я священнику, как узнал о десятине, вот с того момента я плачу десятину священнику. Ну, отдаете, не платите? Ну, отдаю, да, в руки. Отдаете ему, какому-то священнику? Десятину. Ну, я посещаю где храм у себя, этому священнику я даю. И он знает, что это десятина? Да, я таки говорю, это святая десятина. Он как бы сначала... Он занятие хоть ведет там с людьми, хотя бы за то, что вы ему десятину даете? Там другой, у нас это настоятелю я отдаю, а у нас другой благочинный, он ведет занятия. Ну да, занятия посещал до определенного времени, потом начался эта эпидемия, занятия отменили. И сейчас по итогу вообще там то есть, то нет, непонятно что. Но вы даете десятину, поэтому вы можете к нему подойти и с чистой прям совестью, вот, с открытым сердцем и спросить. Ну, отче, надо вести занятия для людей. Да я об этом и... Все исполнять, видите, для вас. То есть попробуйте походатайствовать.
Я об этом и говорю с ним, как бы... А то ничего себе, ведете, даете десятину, у вас, я так понимаю, хорошая десятина ему перепадает. Они даже занятия не ведут. Вы прямо скажите, я далеко езжу и так далее, тружусь, вы помогите хотя бы тем людям, которые здесь есть. Ну, расскажите им о Слове Божьем. Ну, я пишу ему, у нас как бы есть переписка с ним, у нас вайбер переписывается. Я ему даже писал, приводил такие стихи, писания, как, что «погублю народ за неведение мое». Mm-hmm. Вот, ну, как-то он, ну, так говорит, не дай Боже, и как бы на этом все глухо. Ну, говорю про священника. Обычно священники не берут десятину, а этот еще и берет. Причина, я скажу, причина. На подсознательном уровне он понимает, что не имеет права. Mm-hmm. Десятину оставлю на Бога. Давид 1.6. И не одно, а три он платил. Давид 1.6.8. А торговля – это мамона. И Господь выбросил все. И где торговля, десятину никогда не платите туда. Потому они не принимают. То есть он этим показывает, что он торгаш. Ему мамона нужен. Мамона Мерзиолович. Вот у меня мама приезжала с Красноярска. И... Она хоть здесь и не крестилась, но это побудило ее креститься в Красноярске, ее троекратно погрузили. И она десятину, вот пока там ее не погрузили, она нашему батюшке привозила десятину. Ну, приедет там раз в полгода и придет, и я говорю, мама, сама своими руками иди отдай. Она пойдет и отдаст нашему батюшке, потому что она другого не знала, который крестит троекратно, у которого нет торговли никакой. Ну, священник, который действительно, как говорится, не запятнал себя ничем, и он возьмет десятину, и он не будет тебя там выспрашивать и так далее. Он ее еще на добрые дела, он не на себя потратит, а куда-то. А десятина это священнику, он может на себя потратить, на семью свою. Это мы, как у левитов должны были в свое время евреи. Так что не надо, то священник такой хороший у нас, он у нас храм там. Куда надо, туда потратить, все. Вы давайте, в ваших руках десятина. А вы даете кому-нибудь не попадя. Оглашенно изыдите, вы выходили, да, в храме? Да, как узнал, три года. Три года. Ну, я так видел по занятиям, что вы иногда не выходили. То есть вижу, что то вы ходите, да, ходите, то нет. Я просто не знал, что у вас. Когда работаешь, не всегда интернет есть. Mm-hmm. Понятно. Ну, вы по телефону выходите, да? Да. Иной да. раз. Ну, слышно, что когда открывается где-то. И что машины гудят. Ну, может быть, и не только у вас, там еще у кого-то. У меня простой вопрос. У вас фамилия от какого народа? Украинского. Как на русский язык перевести? Не знаю. Совсем не знаю. Нет. Это мера веса, по-моему, да? И то, и другое. Ну, ладно. Я просто спроси, знаете или нет. Я вот сегодня объяснял, почему у меня такая фамилия. При этом не какая-то, как говорил Шариков. От родителей. На лапку дойти. Да. Ну, слава Богу. Вопрос, конечно. Вячеслав и Виктор Савченко. Я три года его знаю. Три года, вот сколько я на занятиях был, всегда его видел практически. Ну, сколько вот я в группе есть. Да, он решил давно. Единодушие. Я только не помню, вопросы, какие-то вопросы были от вас или нет. Он практически нет. Практически он, нет. Вот, молчаливый задание. Я знаю, что вот Цыганов иногда был, Александр. Это, ну. Так, вопрос непонятен. Голосовать. Перевезли. Допустить или не допустить до крещения? Ну, я думаю, допустить, конечно. Мы переписывались, хорошая переписка. Он ни разу не огорчил нигде, ничем. Католики ходите в храм, ничего там. Вы поговорите с ними, вам понравится даже. Против никого не было. Только не надо оттуда ничего брать. Так, не причащать, у нас ничего. Давайте. Ну там служба непонятна, они же идут на. Ничего. Молиться можно. У них служба христиан. Поднимите, скажите, кто вы, какой, откуда. Косикин Владимир Юрьевич, город Бытия, Тюменская область. 1976 года рождения. Косикин или Косикин? Косикин. Кин. Он здорово приготовился там, запечаток все. Ну, верующий я с 2004 года. Вот ходил только в собрание пятидесятническое. Пятидесятники. Mm-hmm. Христиане веры евангельской они называли. Там женился. Вот. Вот. Ну, 5 детей у меня, 4 дочери, сын.
Ну, у меня стал вопрос, ну, был такой, как говорится, не холодный, не горячий. Вот, ходил туда уже, ну, как говорится, жизнь такая, что, ну, остывать начал. В 2019 году уже начал смотреть ролики Игнатия Тихоновича, тоже мне в рекомендациях вышел. И у меня стал вопрос, церковь ли христиане, ну, пятидесятники. Ну и стал искать, и, ну, Игнатию Тихоновичу я писал, он мне все материалы скинул через скайп. Ну, я такой, ну, не докучал, я ему не докучал ничем, а вот то, что, вот, ну, были ресурсы, я их читал. Вот дочитал до 9-го тома уже я, вот, через, ну, через ноутбук прочитал. И у меня, ну, сформировалось уже, что вот церковь это 5, это вот, православные, католики, григорианы, армяне, копты и сирийская церковь, где есть законное рукоположенное священство. Ну, прочитал, Вячеслав разговаривал с Александром с Греции, и Александр показывал книгу канона. И я так получилось, что через 10 дней я уже эту книгу имел дома, я ее, ну, прочитал, эти книги канона. Но только у меня как получилось, что я их к себе применил, будучи некрещенным. Там я себя отлучил уже до конца жизни. Вот. И потом какие-то вопросы, да, какие-то вопросы потом уже задавались. И, ну, человеку они относятся как к крещенному. И вот уже я тут, ну, у меня такое желание было поехать вот сюда и принять крещение. Вот. Здесь потеряет. А что он печатал, ты говоришь? Поручитель ты давно? Ну, я хотел бы. На себя взял, только я скажу. Я как координирую, из-за этого они со мной общаются. Я отправляю немножко, разгрузил тебя, брат. Нет, я даже не знал, что работал. Ну, они не знали, но я готовился. У меня, я много распечатал, много у меня хранится дома. И, ну, то есть я утвердился, что есть церковь, а что есть секта, что есть ересь. Эти все материалы я прочитал. И, ну, то есть... Ну, выписал все догма, все, такую книжку приготовил, напечатал, тут из списанного православия, то и 9 томов прочитал открытым окном. Ни одного я у нас не видел, кто... Ничего себе. То есть... С 1 по 9? Да. И как, о монашестве вам? О монашестве, ну, я выводы сделал, что, ну... Они все, ну, против Евангелия. А первый, в том, что не благовествует. А первый и второй том, вот ответы на вопросы Игнат Тихонович пишет о Христе. Тоже вот прошу. Вы как пятидесятник открыли для себя что-то? Да. А вот это вот там о иконах, о духе, призывании Духа Святаго. Я вы все... поняли, как Духа Святого призывать? Я все это прочитал. Да. Ну, то есть не надо Духа Святого вот так вызывать, Дух приди, Дух приди. Да. Правильно же? Да. А как мы узнаем Духа Святого, что, он, что Дух Святой на нас? Когда? Ну, мы помазание получаем. Да, помазание получаем. Ну вот, крещение, когда да, все совершилось. Да, крещение, помазание получается. Да, помазание, тогда и должны быть руками истинного православного священника, да. Чтобы он не был без нарушений, не отлучен. Да. И поверилось, как... что Христос ваш личный спаситель. Да. Ну и в Троицу, конечно, понятно. Да. Я координатор, я не поручитель, я координатор. Вот здесь. От меня сразу поручитель зависит. Поручитель это, братья, так. Вот мы договорились, вот брат послал мне брата, девочка, брата вижу, Германия. А, ну теперь. Вот брат Антония послал, он пришел ко мне, попросился, говорит, Игнат Тихонович не может. Вы можете быть моим поручителем? Я говорю, только мы должны регулярно с тобой общаться, ну, там, по часу, там, когда больше. Он говорит, хорошо, я согласен. Мы договорились, что мы будем раз в неделю общаться. И вот в течение 6 месяцев, сколько там получается, 6-4, 24, там, плюс еще там, ну, 30 раз мы с ним вот по часу там, я все беседы записывал с ним, он не против был, какие там вопросы возникали, и мы с ним общались, на какие-то вот темы, все время общались, там
О семье я его расспрашивал, как он живет, где там, что он мне там спрашивал, об общине и так далее. То есть это уже понятно, близкий. Он приехал, мы с ним обнялись, как будто вот не расставались. Вот как будто мы с ним знакомы давно уже. Все, ну там кое-что такие у меня были непонятки, потому что вот с иконой с этой сразу вдруг. Но я когда он приехал, я понял, он постник и так далее. Я есть не буду сразу. Я пощусь, ну, попробовал по лицу видно. Маринин котлеты сегодня и сказал, все, я понял, почему ты такой. Рыбные. Рыбные, конечно, да. А может нет все-таки? Ну, в общем, так. Да, и поэтому вот это поручительство, и вы должны сами. Вот я подошел к Игнатьевичу в 96-м году, первый раз в марте месяце, и спрашиваю его, а сказали, что поручителей надо? А он с кафедры уже убегает. Ну все, собирается, все, надо идти. Он так, я говорю, можно вы у меня будете, а мне Матринатинович говорит, можно вы у меня будете поручителем? Он так, нет, нет. Кто, кому ты тут близок у нас в общине? Я говорю, Женя Интюк. О, вот Женя Интюк хороший. Я говорю, а двух же нужно, двух, сказали двух. Он такой, так, и Севастьян уходит с занятий. Он такой, Севастьян, тут поворачивается, вот, будешь поручителем у него. Севастьян, нет, нет, мне некогда, у меня работа. Я говорю, а что мне делать, Игнатьевич? Ну как что? Беги за ним, упрашивай. И я за Севастьяном бегом догнал на остановке, подошел Севастьян, туда отвернулся. Сюда он скромный парень, а я нет. И я уже прям залез в душу и говорю, Севастьян, я буду к тебе домой приезжать. Вот стоп, стоп, все, ладно, я буду у тебя поручителем, только домой не приезжай. И все, я как приезжал с тайги, сразу искал Севастьяна, а мы собирались в Покровском соборе. И я приходил раньше, ждал, когда он идет, подходил к нему и докладывал все, что я там соделал за эти месяцы, сколько я там в тайге был, что я прочитал там и так далее. Он так на меня смотрит, не может понять, что делать. А и Женю Инчика я находил легко, он дома там у тети Аллы все время, у мамы своей. Поэтому надо самим стремиться, какие-то все такие вроде мужики здоровые, не знаю, я прям бежал к этому всему. Игнатьевич мне первый раз только шли-шли, тетя Алла говорит, подошла, Игнатий, вот тут приехал, он такой на меня взглянул, Игнатьевич, кепка у него такая, идет такой, за угол заходим, идем за угол заходим, он резко поворачивается, а я сзади иду, и такой раз на меня, паспорт. Я думаю, мужик странный, паспорт что-то у меня спрашивает, а боги рассказывают. Я вытащил паспорт, он посмотрел, ну ладно, скажешь ему, когда приходить, куда. А мы там собирались на квартире трехкомнатной, молились, вот сколько нас есть, еще мало, наверное, да, ну, Бруяки, еще столько же, наверное, было. И вставали, трехкомнатная квартира, и все влазили туда, тесными рядами, нельзя было поклониться вообще, вот так, друг к другу стояли. И молились, и батюшка, там алтарчик такой был маленький, негде было молиться тогда. Потом молились, и вот вымолили, сейчас вот, ну, приезжали, видели у нас какой храм там. Вот так было все сложно. Надо дерзновение какое-то иметь, идти к братьям. А то вот трое братьев из Петербурга не могли собраться. Понадеялись на молодого какого-то Никиту там. Этот Никита знает брата, но и знает Антония. И тому не говорит об этом брате, а тому не говорит об этом брате. Вот шустрый какой. И они друг друга не знают. И только через меня они познакомились. Но я-то вообще не знал, что... Я вот брата вообще не знал, что он из Петербурга. Никто не рассказывал. Это так не годится. А москвичи? Сколько у вас москвичей? Я уж на занятиях смотрю, там один москвич говорит про Москву, другой москвич. Я Николай Стахов говорю, Николай Стахов, ты такой дерзновенный, ты собери там всех москвичей, ты и молитесь вместе, собирайтесь. И вот вам община уже, 4 человека, да братья еще. И ходите, раздавайте Евангелие. Ну, наконец-то там решили собраться. Ну, то есть надо... дерзновение прилагать, что дело все в том, что без общения друг с другом мы не будем иметь очищения кровью Христовой, понимаете? Да. Поэтому не надо бояться там друг друга, надо общаться, по скайпу выходить, вопросы какие-то задать, просто побеседовать и так далее. Никого не найдешь. Так, вопросы это все уже перебрали. Давайте проголосуем. Кто за, чтобы отпустить? Препятствий никаких, как будто и нет.
Да, братья столько на занятия ходят. Да, вы на занятия были. Теперь между собой устанавливаете какую-то связь. Вот мы приехали в Москву, а я ездил сюда не один, а группа, там 6 человек, 8. Ну и комната хорошая была, Гордеев принимал на телефон, звонить. Собрались людей сколько, так, а ты откуда? Я из Москвы. Из Москвы? А где? Да Колосоково. Там, где? Другой здесь. Ничего себе, говорит, с Алтая приехали, чтобы нас москвичей познакомить друг с другом. Штаб-квартира Барнаул. Мы не знали друг друга. Надо смелее идти. В разные храмы. Вот у нас были священники, архиепископы, сказать, и каких только не было. Архимандриты. Все наши уставы фотографировали, там прихожие вы увидите. Ну как, все нет. Я себе сделаю, я сделаю. Ни один не мог сделать. Как только видели, что начинают торговлю убирать, все до архиерея на него бросаются, уберут, сожгут. Это очень-очень непростое. Ты многое сделал, ты город можешь основать, Москву. Общину создать никто не может. Общину, основанную на Евангелии с канонами. Я знаю, у которых все идет, все на русский язык. А мы по церковно-славянски. Но мы прошли золотой середины. У нас на налоге лежит Библия, спецзаказ. На русском языке все она окованная, как под золото. И у нас служба идет церковнославянски, а все библейское считается по-русски. А библейское – это Евангелие, Паремия Ветхозаветия, послание апостолов, псалтырное, там сколько много считается. То есть мы дальше не пошли, понимая, что это вызовет просто расторжение. И мы сохранили это все, и по милости Божией надеемся, что дальше будет. Вот попробуйте, где дома бываете. Выйдите, когда есть люди, ну, маленько приглядывайтесь и скажите, а кто хочет заниматься Словом Божьим? Вот иеговисты, свидетели Иеговы, они ходят, правильно, свидетели сторожевой башни. Они в дом заходят, не в дом, а еще на площадке. Кто-то открыл, а мы вот такие-то, не назовут себя. И говорят, а у нас изучают Библию, вы хотите? Хотите? Ну, все. Вот одна мне пишет, ей 84 года. Она к священнику подходила, Агафья. Батюшка, я вот читаю Евангелие Матфея, да. Слушай, Агафья, я вижу, ты часто бываешь, ты причащаешься, да. Что тебе еще надо? Батюшка, я хочу знать. Ну, это же тебе Досифея, Дорофея. Молодой офицер пришел к Дорофею, принял. Я однажды обратился, да. Он говорит, я не знаю. Он второй раз, ему уже надоело. По Новому Завету обратился. Да, по Новому Завету вопрос. Он ему дал записку настоятелю. Вот он придет к тебе, а ты отлупи его проследует. Надоел мне с этими вопросами. И тот его огрел раз, другой, третий, по щекам отвозюхал его, по спине палкой ударил. А он никого не судит, до сих пор бывший офицер, молодой. А настоятель спрашивает, Дорофей, которого все поминают. Ну и как? Какой он строгий. Он тебя бил? Вот сюда ударил два раза, вот сюда один раз, и тут четыре раза. Да по спине три раза. Хороший он. И нигде не осудите, главное не осудительное слово. Но главное это высветить вас в отношении к Слову Божию. И вот это самое Агафья. Другой раз. Батюшка только третий раз. Агафья, ты прямо как сектантка какая-то. Библию изучать. Еще мы, баптисты какие. Наконец дверь звонок. Молодые, красивые девушки. А мы Библию изучаем. Библию, заходите. Накормила, напоила, все ушла. Постепенно иконы сожгла, все выбросила. Господь говорит через Анна Златоуста. Если одна душа, одна погибнет по твоей небрежности, о, священник, тебе не хватит всей жизни рассчитаться, а их миллионы гибнут. Православные сегодня во всем мире 250 миллионов набирается едва. Сектант уже 680 миллионов. Почему? Живое слово. Он не говорит, а там не знает. И вот с Волгограда ко мне заезжал один, Леонид. Баптисты знают, меня всячески они там третируют. У них прошло богослужение свое, выходим на улицу, а я стою. И вот один выходит там и говорит, Леонид, я вот проезжаю, тут ночевать не знаю где. Я подошел, вот пойдемте. А пресвитер объявляет, у нас гости, не забывайте, разбирайте по домам. Никто нету. Как только я сказал, сразу налетели, не подходи к нему, на меня не подходи, он такой православный там. Он говорит, я стоял, никто не подошел, зима, нигде ночевать. Отойдите отсюда. И он у меня стал ночевать.
Вот интересно, мы беседуем, я ничего не скрываю. Он говорит, в людях я, правда, плохо сплю, вы имеете в виду, что... Я говорю, у меня-то уснешь. Мы с ним набеседовали, он лег как мертвый. Рядом будильник около ушей, ничего не слышал. И теперь стал все время заезжать. И то, что там баптисты, другие говорили, на него уже не влияло. Я говорю, а сколько у вас проповедников? Так, 19. А там, ну, город-то небольшой. 19? У нас ни одного. И главное, всем-то не достается. И тогда приняли решение ходить проповедовать в соседние села, где есть общины баптистские. Ну, мы-то видим, эти люди среди нас живут. Ну, почему не взять пример-то? Он не речистый, но мы такие вопросы разбирали. А у них какой-то непорядок там был, группы разные. И они запросили высшие органы свои, нам нужен пресвитер, пресвитером называют. Им дали Седлецкий Карл Станиславович. Я познакомился с ним. Ну, это христианин настоящий. И вот я приехал, у меня журнал «Баптист», 10-й год, он больше огонька. Первая страница, молодежь сидит там, я не знаю сколько, ну прям все, до одного все с бородами. Я говорю, 10-й год. А 2010 год, это ваш журнал, да? А почему вы без бороды? Ну вот, то есть, живете по стихии мира. Да нет, а этот Карл Станиславович говорит, нет, брат прав. На меня говорит, тогда мы бороды носили, сегодня не носим. Христос бородой был. Апостолы, пророки. Мы говорим, хохлы. У них хохолок на голове, у этих вот пишут письмо турецкому султану. Где. А они нас называют кацап. Что означает кацап? Википедия говорит, ка это как? Ватсап это козел. Цап. Не козел. С бородой. Как козел. То есть мы все. Я говорю, вы назад не будете пятиться? Вы верующие, да. Значит, первый козел, который, по-вашему, все это сделал, Бог видел ветхого старца, небритого. Христос с бородой. Ватсап, кацап. Глаза в разбежку на 13 сантиметров. А, я говорю, а пророки? Словарь Нюстрима вышел ваш, сектантский. Там много умного, мудрого и рисунки пророков, апостолов. Все до одного с бородами. Это все козлы. И мне больше ничего не надо говорить им. Все, попятились и больше никогда не напоминают. Вы назовите меня по-другому как-то. Ну, из-за бороды козел. Бороду дал Христос. Бог сотворил так. Большая, маленькая, не имеет. Да я ее растил. Ее растить не надо, она сама растет. Все обман. Поэтому бороду не трогайте, брифы выбросьте. Попробуйте образовать общину. Выходят люди некоторые, беседуют там. Вы подождите. У нас есть такие, которые обратились именно через это. Чернявские. Я, говорит, ходила, не пропускала богослужения, а вижу, какая-то группа все время кучкуется. Тут магазин, тут рядом. Я однажды решила подойти. А кто вы такие? Вот молились, вместе причащались. Все уходят, а вы стоите, и группа, я вижу, люди разные. Мы православные христиане, крестовоздвиженская община. И вот она пришла. Другая, она рядом дача, Маргарита. Видела все время. Да. Куда-то ходит и ходит. Да. И она, соседка-то, дача рядом, она куда-то уходит, вторник, пятница у нас занятия в университете. Ты куда ходишь, партизаны? Вы что-то таите? Походу, выходят какие-то сектанты вы, там, которые звери вот спрашивают. Нет, не мы православные. Православные куда ходите? Ну, Алтайский государственный технический университет, там 20 тысяч студентов. А я бы пошла, если бы вот проповедовал, которого я слушаю по радио. Они говорят, а кто? Ну, там по радио Лапкин, вот, его бы я послал. Так я к нему и хожу, говорит, на занятия. Я думал, она побьет меня. Да что ж ты молчала-то столько времени-то? Ну и она тоже стала ходить, Господь обратил. Надо искренне, я не проповедник, как угодно назови меня, но ты меня стариком не называй. Человек по востребованности определяется. Я себя не чувствую стариком. Он скажет, ты старше меня. Я услышал, а понять не мог. Вот с вами я работал. Я сильно отличался? Нет. Но два дня я заснул, вот приходил за компьютер и тут же уснул. Проснулся одет, я не могу понять, где я нахожусь, почему я одетый. Ночь была или не была, я смотрю, первый час, почти проспал ночную молитву. У меня в один день, ну, изматывает это. Я с вами был, посмотрел, какие вы в труде и везде. У меня ни на кого нету жалобы. Был один, которого я, он уехал.
Какую работу не поставишь, все лишнее. Вы знаете. Так, проголосовать. Кто за что? Мы уже проголосовали. Проголосовали. Не спросили, правда, о семейном положении. Так, кто еще остался? О семейном положении. Брак зарегистрирован. Брак зарегистрирован. 17 лет жена. А, ну, 5 детей. Макаров Михаил Валерьевич. Город Санкт-Петербург. Он сам. Угу. Спрашивайте, рассказывайте, как пришел. Ну, к вере пришел я в 2000, ну даже не то, что к вере. Меня коснулось, я, ну, у меня не было на тот момент объяснения никакого. Но вот, произошло событие, что мир перевернулся с ног на голову. Ну, точнее, с головы. Но полностью открыто было все для меня, ну, я не знаю. В храм я не ходил до этого времени и не мог даже отличить там Ветхий Завет от Нового. Ну, совершенно. Но. Крещение было у меня, мама в три месяца мне было, она меня ходила со мной в храм, и меня крестили. Ну, нет, ни крестных, никого. Но. И свидетелей ничего нет. Она ничего не помнит, и как это было, все это. И родители у меня не верующие, ну, там совершенно ничего нет, и по сей день, и они не слушают ничего. Я им пытаюсь читать Евангелие, ну, по маме. Отец у меня, ну, вообще все отрицает. Даже у него сразу там давление повышается. Ну, вот, маме пытаюсь читать, ну, объяснять, беседую с ней. Ну, ну просто так вот, я говорю, у нас есть дома Библия? Она говорит, да, есть, вот там лежит. Я говорю, Библия, да, есть, я приношу, так это же, ну, четыре Евангелия. Она даже, ну, тоже никакого понятия нет. Но. Событие произошло на почве, там, разрушителя Германа Стерлигова. Ну, как, ему надо, наверное, грамоту уже выписать, сколько людей от него приходит, надо послать. Да. Но. Там, соответственно, я познакомился с, ну, братьями, я их пока не могу называть, потому что они уже крещенные, да. Ну, Георгий Пахмутов, вот он много для меня сделал. И Игнатий Тихонович открыл мне там все эти ролики, и Сергея Парализованного тоже ролики я смотрел. Да, все это. Ну и сейчас я с ним в общении, дружим, как бы, общаемся. С Сергеем Парализованным? Не-не-не, с Георгием Пахмутовым. Да, ну и пошли большие изменения, перестал бриться, там дома тоже изменения в семье. Вначале какие-то, ну, я очень сильно стал наседать на родных, и к супругу хотел изменить, но, к сожалению, у меня теща и эгоист, свидетель сторожевой башни, правильно говорить. Вы хотите сходить? Ну, и она очень сильно почву там, ну, она мертвая, она все отрицает совершенно. И она мне даже говорит, говорит, то, что с тобой происходит, я это видел 12 лет назад, когда у нее мать вот туда обратилась, да, она тоже, она отказалась, ну, дочь, они, ну, отказалась, отец там пил очень сильно. Но. Вы все ходили, женщины, на исповедь до этого были? Да, да. Никого ни кто на исповеди не был, что батюшка уйдет, его не будет. Ну, вечером он объявит на исповедь еще раз, уже свои прихожане здесь. Но, ну, отрицают тоже все, ну, дома. Ну, у брата, я так могу сказать, у него семейный вопрос тяжело. Ну, жена, я так понимаю, конечно, его любит, но она не принимает Бога. С детьми придется работать так, что мама не горюй, как говорится, сложно будет. Как говорится, лебедь, рак да щука этих детей будут растягивать. Любовь, она плотская, да, любовь, так говорите, любит. Ну, что тут сделаешь, зарегистрированный брак, что тут уже. Ну, это до конца, смотри, она может тебя бросить, ну, и что дальше? Я ей объясняю, что такое любовь, да, это забота, да, о ближнем. Вот я ей пытаюсь говорить там о каком-то целомудрии, да, покрытии головы, там, о детях, да, вот дети должны, ну, как-то там, да, там посещают, ну, ходят в школу. Надо как-то, да, дети жалуются, что там уже и матом ругаются, в третьем классе дети уже алкоголь потребляют. Mm-hmm. 35 человек в классе. Ничего себе. Да. Хулиганов много. Ну, от этого у брата такое несколько угнетенное состояние, конечно.
Ну и крещение. Понятно, что Господь зовет его, очень сильно призывает. Я в прошлом году хотел, ну, должен, мне уже разрешали приехать в прошлом году, но я был не готов, я чувствовал, что мне еще рано быть, я пересмотрел очень много моментов. А у тебя поручители также? Ну вот я в основном с Вячеславом, да, общаюсь. Вот. И я у него спрашивал, он говорит. Ты общался положительно, да? Да. Только печаль, я говорю, вот у него есть, ему не надо замыкаться как-то в себе там, в мыслях своих. А я ему, он, как и, я говорю, у тебя вот Антоний есть, Антоний, ну поговори с братом. Он говорит, а я не знал, не знал. А Никиту этого знал? Ну да. Так он знал Антония вообще. То есть это больше невероятно. Вот именно ему это лекарство самое. Только в одном городе можно вместе молиться, Слово Божие познавать. Где-то раз вышли, поговорили с кем-то, двое — это уже не один. Этот Никита, глядишь, посмотрит на ваши отношения и загорится. А то какой-то там теплохладный Никита. Чувствую, как этот Олег, который был вот у этих, у братьев. Никита, он молод, он 18 лет. Да, но он очень горячий. 16? 18. А, он еще не соображает. Ну, понятно. Нет, у него, ну, много, да, вопросов тоже. Вот. Я пять раз в день звонит Никита. Тебе один вопрос, 5 раз в день примерно. Я уже не беру даже. Да вот, братья, не сможет говорить трубки 5 раз. Вот, ну, мы с ним встречаемся, вот я там дома был, мы встречаемся, ну, он там рядом со мной, я работаю в городе, и он рядышком. Ну, вечером он с техникума, и мы вечером там беседуем по 2 часа. И запомни, брат, я вот сейчас скажу тебе, когда Распутину сказали, он возревновал о Петербурге, ну, Господь так, он положил на сердце, ехать спасать царскую семью. И он целенаправленно туда с этим пошел. Ну, его оболгали, конечно, сейчас сильно. Это самая оболганная личность вообще во всех историях, которого еще не признали. Я думаю, могут до святого даже его признать. Потому что он единственный, кто восстал против неправильной, не просто там жизни, политики всей России. Он сказал царю: не воюй. Заклинаю тебя, не воюй только. И когда ему сказали: куда ж ты едешь? Там же такие сановитые особы, там такие умы. И он одно только сказал, а Бог, подняв палец, сказал: а как же Бог? Ну, верующий человек так может только сказать. И он поехал, и сейчас там начинает, он никого там не излечивал и так далее. Он там был как-то экстрасенс, колдун. А там все говорят, он постился, во-первых, он мясо не ел. И он постоянно молился, он только приходил, сразу ему говорили, там, царевич там болен. Он заходил там в комнаты в эти, падал на колени, и вот так вот на колени падая, вот так вот и шел к этому, как говорится, полз к этому ребенку их. Раз, прекращалось все. Чего непонятного-то? Один вот какой-то как русский человек из глубинки хотел это остановить. Один русский человек из глубинки тоже хочет изменить. А тут уже община целая. Да. Да. Так, я думаю, проголосовать. И потом я кое-что скажу такое вам для проверки всех. У нас еще 3 сестры. Так, кто за то, чтобы брата приняли? Да, еще. На крещение. Так, и другое. Вот люди держат разных птиц. Игнатий Тихонович, у нас еще 3 сестры. О, ну давайте, все. Блинникова Оксана Анатольевна. Я из Ачинска, это Красноярский край, недалеко от Красноярска. В 2002 году, 36 лет, но так случилось, видимо, по духу Бога искания. Дух у меня такой был. Я искала как-то Бога. Искала Бога в душе. Ходила в православный храм. Ну вот, не могла найти то, что душа искала. И так случилось, что я встретилась сначала с верующими харизматического движения, ну, пятидесятническое. Вот. Они вышедшие были из от баптистов вышли. Вот. И я сразу же, то есть за меня не надо было молиться, как вот за других, начинаешь им свидетельствовать, Евангелие нести, говорить.
То есть за меня даже молиться не надо было. Я открылась вот так вот, и я пошла. Были школа библейская, были проповеди. Я по себе почувствовала, что я слышу то, что внутри меня открылось, вошло вот это Слово Божие. Стала читать Евангелие, Священное Писание. Но на каком-то этапе времени вот, это, вот эти вот харизматические движения, они начали крин ловить. То есть там пошло ложное учение, лжеучение пошло. И я уже, будучи, понимая, ну, как бы разбираясь все равно в Слове Божьем, стала задаваться вопросом, зачем это вот эти пророчества, потом что там, танцы, и, ну, очень много таких движений. И я просто уходила, не в пост, а молилась Господу, и я ушла в итоге. Я ушла от харизматов, и я пришла куда мне? Я не могу без церкви, мне нужна церковь, мне нужна просто церковь, это моя семья, это церковь. И я пришла к баптистам. И вот по сегодняшний день, ну не по сегодняшний, а вот по нынешний год я у баптистов была, с баптистами. И вот в июне месяце я просматривала, все равно на YouTube-канал выхожу, я слушаю какие-то проповеди баптистские, чтобы все равно... И я случайно вот вышла на канале YouTube на Игнатия Тихоновича Лапкина. А до этого я просматривала, там прослушивала православные... Игнатий Богоносец, нет, Иоанн Кронштадтский что-то там, ну, бывает, слушала. Потом Серафим Саровский прослушала, мне нравилось. И вот, то есть я все равно прослушала, православие слушала. И когда я столкнулась на канале на Игнатия Тихоновича Лапкина, я была крайне так удивлена. Думаю, вот это вот истинное православное. Вот это, ну, то есть Библию толкует, все рассказывает. Я стала слушать, потом я стала смотреть ролики, как с баптистами, с сектантами, сразу же скажу, с сектантами, когда он стал объяснять, что вы не церковь, что баптисты – это не церковь, называют себя церковью, это не церковь. И вот тут мне открылось тоже, я тоже поняла вопрос вот этого священства, то, что было сокрыто, мы не знали вот в баптизме, я вот этого не знала. И у меня внутри такая появилась ревность к православию. Думаю, как же так? Действительно, священники как волки, лютые волки, скрыли от народа Священное Писание. И у меня такая ревность вот к этому, что я сразу же пошла в православный храм, у нас в Ачинске есть собор Казанской Божьей Матери. Наоборот, там было не ходить, а ты пошла. Нет, ну а я пошла, думаю, ну как же, я же вот слушаю. Прямо же Дня Святых. Я пошла. Хотя я там вот, ну, ничего не могу понять. И мне жалко этих людей, которые вот, они не слышат Слово Божие. И я и там тоже не могу понять. Ну, в общем, но я вот как пошла вот на канал, сразу же я написала, у меня вопрос такой возник. Я в телеграм-канале что там написала, кто-то мне ответил. Вячеслав сразу же мне на скайп перейти. Я вот вечером, у меня был телефон старый, я не могу скачать скайп. Утром я просыпаюсь, написала, до утра, значит. Утром просыпаюсь, пошла в магазин, купила телефон новый, на котором есть, чтобы был скайп. Мне установили там сразу же скайп, все, на следующий день. То есть вечером я не могу установить, мы пишем. Утром я уже выхожу в скайпе. И вот я на всех чтениях, на всех... Родилась нативность, скайп работает, я вижу. Да, и мне так... Все понятно, мне так легко, что тут Библия. Она сразу что... как родная пришла, несколько дней знаю, как будто все она с баптизмом, представь, все, она. Я все мне единственное только, Божие. Что я вот с православного, я не понимаю. Ну тут вопросы где стоят, это то, что она не понимает. Ну и тут вот. Потому что как выросла на слове, и мне вот оно легко. Да, Игнатьевич баптистов, знаете, я тоже знаю баптистов. Это чистые люди, что там говорить, они заблудшие. Только Слово Божие не открылось, Ветхий Завет снова не совпал у них, все. Они Ветхий Завет плохо знают. 20-я книга Исход, они на ней сидят и посмеиваются над православными. 25-ю книгу, эту, главу Исхода открываешь и сделай себе херувимов, сделай валов, сделай этих вязаных херувимов, ангелов и, там и так далее. И да, смотрят, это у вас какая Библия? У нас, наверное, другая Библия. Там другой, 25-я глава. Там нету этого. Да, вот Ветхий Завет я читаю. Евангелие, Новый Завет я читаю постоянно. В течение года я его перечитываю. Я даже не скажу, сколько раз я его читаю. Я постоянно в нем сижу.
А Новый Завет, ой, Ветхий Завет. А Ветхий Завет я его прочитываю, ну, за год, может быть, раз. И вот где начинаются книги Моисея, и где вот идет священство построить, скинию, вот эти, я читаю, и честно про себя думаю, ну вот зачем вот эти вот столпы, вот я не понимала, не было вот, вот слушала ваши уроки, Игорь, где вы... Не уроки. Комментарии и некоторые толкования, которые я нахожу. И вот тут мне стало интересно, что значит... Я там пытаюсь показать вообще... это, как для жизни христиан это влияет. Нас сегодняшних просто пытаюсь. Да. Что я не понимаю, я на такие вещи еще ссылаюсь. Говорю, Игнат Тихович тоже это не разбирал. Так что некоторые моменты... Мне вот это интересно, сложно, что сложно для нас. И еще хочу сказать, что, ну, может быть, это слава Господу, что мне легко было идти. Есть вот я знаю, что пришел когда к Господу, ты кого-то ведешь за собой, влечешь, пошли. За кого-то молиться надо, что Господи, открой ему там сердце, Евангелие, чтобы он пошел за тобой. За меня не надо было молиться. Я встала, и я пошла. И вот 20 лет я иду. И ушла от харизматов, пришла я к баптистам, я приняла все чистое, никаких кринов, даже наш пастор, он всегда ревностно, чтобы никакого не словили, там лжеучения, никакого учения, как бы все. А когда вот здесь вот я столкнулась, я опять понимаю, что я как обманутая. Вы не успели прийти в православную церковь, как начали быть гонимой. А в баптизме там никого не гонят, там все хорошо. У них шито-крыто, они только могут ругать православных, так, харизматов, там чуть-чуть, ну, иеговистов, конечно. А так между собой все хорошо. Да, ну, мы там общины стали, братья, слово есть у вас. Вот у нас там с общиной, там, допустим, Екатеринбурга, братья сейчас скажут слово. Сердечно благодарим, там все нормально. А ты попробуй у нас сейчас, иди сердечно поблагодари, там скажи, что ты Евангелие прочитала около храма и понимаешь там что-то. Священник там не то сделал. И сразу ты получишь по полной программе. А гнали, как пророков, говорит Господь, так и вас будут гнать. А где? Ну, в своей среде. Он к своим пришел, свои не приняли. Да, вот мы ехали, я так хотел сказать, Господь пришел к своим и своим. Ну да, это мы когда ехали там, я даже не туда уехал. Ну, бывает. У вас муж неверующий? Муж неверующий, но вот 20 лет, он ни разу, он сразу, как я пошла, во-первых, он увидел во мне перемены, и он не протестовал. Он не препятствовал? Не препятствовал, как в других, Библию вырывает, ворвет, там это. Не препятствовал. Мы в одном институте учились с ней. Она только на 2 года младше. Тоже горняк. И муж тоже у нее там же учился. Там же. Не препятствовал ни разу. Красноярский. Сын у нас старше, 36 лет, он отдельно с семьей, 2 ребятишек, внуки мои. Внуков я водила с собой, покуда они не подросли, старшие. А младшего мы родили уже спустя 20 лет. То есть старший сын у нас в 20 лет мы родили его, а младший уже родился в 40 лет нам с мужем уже было. Ну это в Господе. Ну нет, я не знаю, может Господь тогда, потому что я не беременела. Не беременела, а тут в возрасте дал Господь дитя. Как же я не радость такая. Господу посвятила его. Ну и че, кто это? Младший сын. Он – это она, да? Он 2 сына. А, сын, да? А то я с мусульманином беседовал. Я говорю, у тебя дети есть? Да, у меня ребенок есть. Рассказывал потом. Хочу, чтобы он историком стал и все. И я говорю, а сколько ему лет? Он – это она. Я говорю, вы узбеки странный народ. Ну, сказал бы, дочка у тебя. А у них нет в языке вон она. У татар тоже нету. И он мне рассказывает, что это, кажется, дочка. Кошмар. Поэтому... Ну и ведешь сына младшего ко Христу? Веду, молитвами веду. Потому что ребенку 15 лет, 16 лет. Ну, теперь он в православную с тобой ходит? Пока не ходит. Как он православный? Вот тебе и во Христе. Ну, сложно это будет все сделать. Сложно. Так, семейный вопрос, у тебя восклицательный знак стоит. Что это значит? Да, расскажите. Рассказывай. Ну, конечно. Такой ничего тут нет. Значит, вот нам когда было по 30 лет, муж у меня стал гулять. То есть вошел вот в этот период, стал гулять, уходить из дома. И я, приходя, он приходил, возвращался. Я его прощала, потому что, ну, к
как-то вот такая у меня склад. Другая бы женщина, бы другие мне говорили. Да побыстрее просто рассказывай, не тяни там сердце и, свое. Скажи, в чем дело-то, сок самый. Нет, что я в 96-м году я расторгла свой брак гражданский, развела его. Ну, то есть, чтобы, как, они в разводе. В разводе, да, чтобы как бы его, ну, устрашить, не наказать, а, ну, как сказать, устрашить, что ли. И вот все равно он продолжал гулять, и я прощала его, он возвращался домой, и я прощала его. И я вот мучилась, не знала, как мне сохранить брак-то свой. И вот, видимо, молилась все равно Господу. И пришла вот когда к Богу, когда уверовала. Вот тут пошли перемены. Он бросил пить у меня, он бросил блудить. Я знаю, что сегодня, что он муж одной жены меня. Вот. Но курить он никогда не курил. То есть в нем определенные перемены произошли. Но вот для того, чтобы зарегистрироваться, когда я ему говорила, может, возобновим, ну, зарегистрируемся. Он нет, он как будто вот на меня в обиде, что ли, или как сказать. Да хочу, ничего не буду. Я ничего не буду. Ну, вы как? А, ну, муж гулял, она развелась с ним. Ну, продолжает жить. Исследовала Писание. По факту, как бы, ну, там же написано в Слове Божьем все, ты сама знаешь. И Коринфянам. Если он не хочет с тобой жить, пускай уходит. Нет, он живет. Он, почему? Он со мной живет. А если ты не против, пускай живет. Только уже до конца. Если он уйдет, все. У тебя есть два сына, вот и живи. Я знаю. Я этот вопрос для себя прочитала, исследовала. Как мне теперь быть? Что если примиришься, если развелись, ты должна примириться с мужем своим. Я примиряюсь, да, Господи, я прощаю его до сегодняшний день. Много что, какие слова скверные. И мужу не оставлять жены свои. Он не оставляет меня. Он муж одной меня жены. Да нет, нет, он заботится о доме. К нему это вообще не относится. Это к верующим относится. Забудь, к нему это вообще не относится. Это к верующим. Ну, я, да, понятно. То есть это вы не оставлять, получается, мужа. Он уйдет от тебя, тогда все. Все, понятно уже. И не ищи другого мужа, да. То есть, когда умрет, тогда ты свободно выйдешь. А теперь уже чего? А мне сейчас, вот я уже в возрасте, это нам не надо уже, внуки. Да и слава Богу. Нет другого мужа, вот Господь. Нет мужа, не ищи мужа. Муж не заботится о муже, а свободный о Господе. Но он получает деньги? Да. Ну, он приносит домой? Все, да. Ну и все. Все. Он заботится полностью. Он, я считаю, ему не хватает священства. Он заботливый муж. Он заботливый как бы о себе. У вас отлично все, я не знаю, что плакать-то. Ты не главное, что он ему не препятствует. А я всегда вот 20 лет. В молчании, кроткого молчаливого духа, ты должна с ним вот так себя вести. Все. Да. Не надо ему ничего поминать, он приносит деньги тебе. Что еще надо? Собака. Елена, да, у вас поручитель? Я не знала, что. Только очень недавно она подошла. Вообще недавно. Ну, по сути, никто не общался. Просто она раз расположена. Она на баптистка. Да. Поэтому вы с тетей Аллой поговорите с нашей и поймете все. Ну, вопрос только с этим, да, в одном лице. То есть поправку просто сделаю, что верую, что Бог триедин, Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой в одном лице, в трех лицах. А одна природа, божественная природа одна, а лица три. Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой. Да. Да. Просто не сформулировали, может быть, неправильно. Да. В трех лицах. Ну, понятно. Они на это даже внимания уже не обращают. У них все понятно с баптистами. Ну, если такая батюшка. Ну, у нас православных сыновей. Ну, давай следующий, кто у нас? Голосовать надо? Проголосовала Светлана Анатольевна. А я поднял? Да. Две даже. Малахова Светлана Анатольевна, 1968 года рождения. Ну, я 18 лет была крещенная в храме. Но... А в каком городе? Город Троиц, Челябинской области. А храм как называется? Ну, это как Дмитриевский, да? Да. Ростовского. Солунского. Солунского. И это год какой? Это 74-й? Нет, 80-й, да-да. 80-й? 80-й когда? Ну, может быть, в начале? Нет. 85-й где-то. 85-й. Ну, вряд ли там троекратно тогда. Нет, у меня было обливание. А, ну все так. Обливание, понятно. Нет.
А я считала себя крещенной, и в храм я стала ходить в 2010 году, когда сына отправили в армию старшего, но страх перед армией меня понудил ходить в храм и молиться. До этого я не ходила в храм. И когда мы с Игнатием Тихоновичем познакомились и просмотрели ролики через мужа Андрея, он мне показал. И когда я поняла, что я не крещенная, мне напал страх. Как? Я полжизни вообще не крещенная, я себя считаю крещенной. И ну, также исповедовалась. И мысли-то были прекрасные. И когда он, еще Андрей мне показывал фильмы, которые «Загробная жизнь» после смерти, и что там творится, когда вот эти все ступени проходит человек. Это было до того страшно, что ты еще и не крещенный вообще. А ходила в храм, я исповедовалась и причащалась, и часто, ну раз где-то, раз в месяц получалось. Потому что батюшки нас отчитывали, что хотя бы надо раз в неделю, но хотя бы раз в месяц причащаться. Оказывается, я была некрещенная. И изыди оглашенная, это только здесь. Мне такого не было. Ну, вы ходили вместе с супругом, да? Ну, я больше одна ходила. Он иногда он не получалось по работе. Ну, выходил хоть раз он? Да, да, да. На оглашенный? Нет. Нет, не выходил. На оглашенный? Нет, не выходил. Я один раз услышал, и то это получилось случайно. Потому что, когда сказали, потому что я сидел, клемал, и не услышал оглашенный «Изыдите», и я вышел случайно. Это тогда еще, когда он не с вами встретился. Сказали оглашенный «Изыдите», и ты ушел? Да. А Господь, как странно. Он житья святился, правильно, расположил такое. Но это после говорит, того... сидел и прикимарил в храме. Говорит, услышал оглашенный «Изыдите», встал, говоришь, и вышел. Короче, а он не выходил никогда. Бывает же такое. Но это после того, как просмотрим... А здесь уже выходили, дорогу, да? Ну, вот, осознаете что немножко, что мы когда выходите? Точно осознаю. А. Да. Но есть ли большое возмущение? Что я-то вы... Чё меня выталкивает оттуда? Я такой же человек, у меня две руки, две ноги. Да нет никакого протеста. Нет, понятно, понятно все, почему? Желание для некрещения только усиливается. Я полгода выходил на оглашенный «Изыдите» и понимал каждый раз, что там мне и место. Думал, что меня через 5 лет крестят. Игнатий все время говорил, через 5 лет на учение только, через 5 лет войдете. Лоток головной я одела где-то, ношу 1.5 месяца, но здесь мне его как-то повлияла Елена Гладыщук. Как-то вот. Она как поручительница, что-то Лена не приехала? Не знаю, мы 2 раза только общались. А, 2 раза всего? Общались по телефону. А есть же скайпы, вы не по скайпу выходите? Нет, мы выходили по скайпу. Она рекомендовала мне вас, но почему-то я дрогнул, послушал, позвоните. Я никогда не понимаю иногда. Нас сначала детей пугали мной, потом дети поняли. Я у них занятия вел, они потом подросли и поняли, а что дядя Игорь пугает, непонятно. В очередной раз потом сказали, а мы уже говорит, вас не боимся. Подросли когда. А теперь они смущаются уже, потому что видят, что я очень древний, а они молодые, оказывается. Совесть, называется, просыпается и не знают, как обращаться теперь. Дядя Игорь самое лучшее. Я прям дядя Игорь, это, я за это готов многое отдать. Давайте голосовать, учитывая, что они вместе с мужем пришли. Ну, что сказать, тут все ответы, слава Божия есть. Девочка просто шла 15 лет, и на ней сережки были, вот эти кресты. Я говорю, ну это же прямо на поругание, на святыню, так и так. Я она послушалась и сняла, я говорю, повесь ты их на шею. Я говорю, а кто тебе купил? Мама. Но она послушала, мне так приятно было, что она послушалась и их перевесила на шею. А, дети, вопрос, сколько дней вы здесь находитесь? С 29 числа. Сколько за это время вам попало от меня? Да, много. Где, на кухне? Да. Все, крышку вот так поставили? Да. А морковку как чистили? Резали? Нет, да морковка нет. Это моей жене попала. Ага. Ну, не знать. Голосуем. Давай. Смотри сюда. Подведи меня. А кто у нас еще? Ну, видно, что мужа бодать не будет. Так.
Диана Магдалина Михайловна, 64 года, приехала из города Чебоксары. Я смотрела выступление Осипова, Дмитрия Смирнова, когда он был живой. И когда я увидела Игнатия Тихоновича Лапкина, я так была удивлена, что я тоже так же думаю, как он. И я так с ним согласна была. И я перестала смотреть остальных. И почти все, наверное, пересмотрела не по одному разу. Особенно, когда он приехал в Прибалтику, в Вентспилс. Каждый раз ревела вместе с ним. Вот. Потом, значит, он сказал на занятиях, что будет крещение 10 числа. Я решила написать ему. Я к нему добавилась в контакт, куда только могла, везде добавилась. К нему и в Ютубе зарегистрировалась и начала его смотреть. И он написал свой телефон, что я могу позвонить к нему, узнать, я могу ли приехать. Он разрешил приехать и велел обратиться к Вячеславу, так как у нас город Чебоксары и Казань рядом. Я написала Вячеславу. Вячеслав, значит, мне говорит, пришлите данные паспорта, и мы собираемся выехать 3 июля в Потеряевку. Но билеты будем покупать за 2 недели до отъезда. Хорошо, я, значит, успокоилась, помолилась, думаю, Господь управит. Если я достойна поехать в Потеряевку, то я поеду. Если нет, нет. Жду, Вячеслав мне не пишет ничего. И тут я, как он выступает, говорит, мы 5 человек в список перечисляем, а моей фамилии там нет. А я сразу так думаю, как так меня нет там? Я пишу ему, вы меня забыли, меня забыли. А он говорит, пришлите данные паспорта опять. Я говорю, я вам присылала уже. И вот так Бог управил, что он купил билет, и мы приехали 5 числа, уже были здесь. Да. Я не за свои деньги купил, я просто... То есть это послушание на столу? На кухне, да. Да. Помогает вам Бог. Оксана Гринникова, Галина Германовна. Вам меньше замечаний, наверное, да? Да. Я так понял, что у вас все с семьей как благополучно. Муж у вас неверующий? Муж у меня верующий. Пасты мы соблюдаем, но он сказал, что я попала в секту. Понятно. Понятно, ясно дело. Фанатики. Ну да. Я заставляю его смотреть Игнатия Тихоновича Лапкина. Все равно включаю, но он невольно вынужден слушать, даже когда мы во время обеда. Да, вроде, когда все, что вы говорили, все делится. Так вот. Сестра пишет. Согласно Библии, 7530 лет назад Адам был сотворен. Так, и все, что Игнатий дальше. Подробно очень расписано. Кто за то, что подарил нам допустить крещение? Ну, никого больше нет, все. Ну вот, было два человека из Казахстана и 2 тоже с Ижевска. Они с нами приехали, 2, Наталья и... И Мария. И тоже нет, да? Нет. Ну, как вы к этому относитесь? Как вы сейчас смотрите на крещение? Ну, мне же сказали, что не нельзя. Я слушаю. Ну нет, ну вы же сами так решили. Вы сказали, да? Ну это же ваше решение было. Нет, и значит, сказали, и мое решение было креститься, а тоже мне дать сказал, что нельзя. Ну почему нельзя-то? Потому что непокорная. Да. Тоже через столовую трапезную прошло, да? Нет. А в другом? Ну ладно. Потому что... Ну, тихо.
Напишите рукой, как делают. Я поделюсь с вами своими. А, вторая Мария. По любви. Ну, дочь. А, дочь? А, ну, существует тысяча разных птиц, зверей. И когда читаешь третью книгу Ездры, он говорит, из всех птиц, Господи, ты избрал голубицу. Почему? Из всех птиц. Там есть и фламинго, и такие красавицы, и веером хвост. Райская птичка называется, а Бог избрал голубицу. И попутно вопрос, кто из вас держит голубей? У меня две голубей. Одна в городе, другая здесь. Здесь было две, в одной голубей. Отходов бы дал еще. Благодаря вот Игорю Александровичу я держу их. И вот в «Алтайской правде», это губернская газета, она самая главная газета. И там большая статья идет, кажется, с продолжением. Наталья Сохарева пишет. И заголовок такой: «У злого человека голуби не живут». Первый заголовок. У злого. То есть ни курица, ни птица, ни какая другая тварь не определяет человека и его характер. Это перепроверено. Будьте что, кротки, как голуби. Не курицы. А курица не птица, а дальше уже и поговорка другая, в другую сторону пошла. Так вот, у меня две голубятни. Вот если кто желает посмотреть, я не голубевод. Беру то, что есть. Вы посмотрите. Ну, Максима не вижу, он ходил, он меня смотрел. Это первое. Любовь. С какого это времени? Я повторяю, это не просто так. Это вы вот в детях, постарайтесь заметить, почему считают, что у меня к детям особый подход. Приезжали профессора, директор Кэстонского института из Лондона прилетела, дали сопроводителя со Станкина. На навозную кучу, чтобы прилететь. И большая статья была тогда по-английски, потом по-русски, что в сибирских степях исполнение мечты. Я говорю о голубях сначала. А то, не знаю, птица съедобная, там самая витаминная и прочее. В Египте только один есть маленький, небольшая там как сюда, столовая или ресторан, где фаршированные и жареные голуби, но не меньше размером. И туда туристы ищут, пока не найдут. Если будет возможность, я бы мог даже угостить вас, показать. Ну, то есть бывает, когда выбраковываешь. И так. А среди этих животных Бог избрал овцу. Отец у нас пастухом был, я сам пас. И думаю, что более глупого животного просто нету. И голуби самые глупые. Не случайно Бог и сравнивает, наверное, нас с ними. Голуби, они правильно есть не могут, все время враждуют. То птицы, то за место дерутся, за пищу. Чтобы пришел хоть раз, и они не дрались, ни разу не было. Голубь мира. Я как-то сестре задал вопрос своей, она старообрядца. Поспрашиваю старообрядца, кто держит голубей? Ни один, нигде во всей стране. Это характер нации уже, веры, веры. А потом, говорит, нашли в Красноярске, держит один. Я говорю, он недавно пришел, может быть, от новообрядцев, они их ниханьянами называют. Ну да, так это он оттуда и принес свою любовь-то. Я к чему это говорю? Вы себя проверьте иной раз, что-то слышите, кто-то сказал, ты вот имя не любишь, почему такая пища тебе не нравится? Вот я влюблен во что-то, я прямо говорю, вот что у меня есть? Любимая жена покрыла мне фуражку. О чем она напоминает? Флаги российские. Это флаг мира. Я работал на кораблях. И в порты у нас приходили корабли со всего мира и государств, которые имеют выход к морю. Ну, бывает, среди Африки, там, Европы, там, у них нету. Этот флаг для всех народов, для всех религий. В любое время, вневременный. Это проповедь Евангелия. Я разговариваю, ты мусульманин, да какой флаг? Он показывает там свои звездочки, полумесяц. Зеленый. Показывает Украина, желтый. А что означает желтый? Ну, подсолнечники. Ну, у нас подсолнечник, пруди. Ну, подсолнечник, о чем он говорит? А что здесь говорит? Первое, и вот в таком порядке, вот так вот, это Парижская коммуна. А именно вот так, когда этой двуглавой курицы нету здесь.
Первое. Все рождаются в крови. Царь, подчиненный, и жизнь основана на борьбе. Вот оно все здесь есть. Разницы нет. Это мусульманин, Гитлер, Сталин, Николай II. Все одинаково рождаются. Вот эта полоса и означает, мы вмещаемся все во все века от Адама до последнего человека. Второе. Ищите небо, помышляйте о горнем. Это и в ветхих религиях, и везде говорили, что есть суд Божий. Там где-то, вот она идет. В таком порядке. Вот ты родился в крови, теперь посмотри, тебе не этим надо заниматься. Тебе надо... Это небо синее. Как у баптиста поется, синее небо меня так манит, знаю, что там мой Спаситель Христос. Все в этом мире бесследно канет. В небе не будет горе и слез. Вместе и слез. Горе и слез. Не будет в раю. И третье, это только Слово Божие может нам показать. И видел я великий белый престол, и сидящего на нем, от которого бежало небо и земля. Все заполнит только вот это вот. Это проповедь, это в откровении. Ни в одной религии мира не написано, что суд Божий будет у великого белого престола. В мусульман написано так, что будет суд Божий и будет продолжаться 50 тысяч лет. Каждого человека внимательно будут разбирать, это больше 100 миллиардов. И здесь ничего этого не сказано. Одно. Почему одевает белое? Это знак чистоты, святости. Почему невеста в белом? Ну, судя по тому, тогда вопрос ставится, а почему жених в черном? Это другой вопрос. Как ответить на этот вопрос? Вот, это проповедь. Живая проповедь на все века. Никаких конфессий нету. Есть святость и есть грех. Есть земля и небо. Господь говорит, я предложу вам благословение и проклятие. Жизнь и смерть. Избери жизнь, зачем тебе умирать? А сами разберитесь, где. Вы хотите быть счастливыми, добрыми? Запомните два места. Первое. Бытие 21.3. Господь избирает первого человека в мире, Авраама. Авраамическая культура есть, народность. Определенно и четко показано. Не проклинай. Проклинающий его будет проклят, его потомство, евреев. Благословляющий будет благословен. Благословляющий. Это счастье быть благословенным. Как? Первый столб, это первое благословение. Последнее, вон там, вон. Сегодня идет 7530 год от Адама. Можете себе записать. 7530. И здесь люди разных национальностей. И все посредине. Главное, там последнее благословение. Это считаем пророком Малахия, 2-3 главы. Платите Богу десятину. Там не написано, а ты жадный не отдаешь, а написано, вы обкрадываете меня. Ее нету-то, нашего там нету. Хоть сколько ты заработал, десятая часть Бог приложил свое, ему принадлежит, не имеешь права трогать. Не воруй его, если на себя потратил. А пойди найди нужду, где этим нуждаются. Верни ее Богу. Она принадлежит мне, говорит Господь. И дальше заканчивается. Проклятием вы прокляты весь народ. Вы обкрадываете меня, говорит Господь Бог. Вопрошает пророк. Чем мы обкрадываем тебя? Он говорит, десятиной и приношением. Со всего, что сеете, вырастает, где десятая часть. Однажды я прочитал, что по времени десятую часть Бог забирает себе. Я не поверил, пока не прочитал Златоуста. Сколько дней? 365. Нарисуй 365. А теперь десятая часть, что получится? Запятую поставь, 36,5. И вот пост великий, 7 недель. Суббота-воскресенье, поста нет, разрешается растительное масло. И 7,5, сколько будет? 35. А одна только суббота, постная, 36. С утра до вечера половина, 36,5. С точностью до одного часа Бог требует свою десятину отдать. По времени. Теперь, если распределить на домашнее, то другое. Сколько мы для Бога посвящаем? Вот издалека прилетел, это все располагает. Но главное, мы должны помнить, кто мы, для чего. И любой вопрос, который нам ставит жизнь, он разбивается на 4 вопроса. Тот не знал, поехать или не поехать.
переезжать тебе с Украины в Россию или нет, отдавать сына в армию или нет, жениться или нет. Все четыре вопроса. Первое. Что я ищу этого, в этом вопросе? Временного или вечного? Хороший вопрос. Временного или вечного? Небесного или земного? Что я ищу? Второй вопрос сразу же ставится вслед за этим. Какой? Что об этом говорит Святая Библия? О, тут тебе советников мало будет. Ты должен абсолютно точно показать. В таком-то послании там-то написано так-то. И притом Слово Божие неизменно. И по нему Бог будет судить мир. 12.48 Евангелия от Иоанна. Господь говорит, я не сужу. Слово, которое я говорил, оно будет судить вас в последний день. И для меня все вопросы решились этим стихом. В это время я занимаюсь изучением языков, готовлюсь за границу. Ничего не надо мне. Я все связал и в погреб бросил. Мне нужно одно. Помнить об этом дне. Написано, помни последнее, и вовек не согрешишь. Ты при голосе мужчины будешь молчать. Ты никогда не возвышишь голос. Ты никогда не будешь поднимать на него голос. Помни последнее, Серафка говорит, последний день жизни. И там за гробом покаяния нет. Я уже вам рассказывал немножко перед молитвой, как слагать пальцы, почему и что правильнее. Вот мы сюда собрались, и вот так вот, это прекрасно. Считать? Нет? А, нет. Да. В настоящее время, вот настоящее, вы это, у нас снимается, я вижу три места, три человека снимают. Минимум уже три направления пойдет эта благая весть. Распространяйте, говорите. Батюшка, когда крестит, он добавляет слова, два слова, аще не крещен. Были, которые не знают, маленькие, то есть если не крещен. Почему? Шестой Вселенский собор, 84-е правило говорит, нет достоверного свидетельства, что полностью был погружен, проще, крещения нет. Прими, немало не сомневаясь, да не будешь лишен таликой благодати. Такой благодати. А думать я когда-то, последнее, тем более такое время сегодня, вы избрали благую счастье. Я поделился с вами своей любовью. Я влюблен в голубя. Влюблен в русский, российский флаг. Это готовая проповедь. А кто-нибудь об этом говорит? Не знаю. Меня часто спрашивают об этом. Вот вы говорите об этом, что монашество не христианское установление, то есть не евангельское, так сказать, правильно. Я говорю. А почему оно? Вызов миру. Православие. В церковь хлынули толпы, миллионы людей, потому что благо было, на работе устроиться можно, и то другое. И поэтому в знак протеста стали в пустынях прятаться. Господь говорит, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие. Монашество говорит, спрячься в келью, чтобы тебя никто не видел и не слышал. Разучись говорить. Разница есть? Вот и досиделись. И что, 630 лет уже проходит, и ничего нету. И в это время Господь поднимает саму в тайге, в песках, и выходит вот то, что мы сейчас видим. С христианами у них сказано обращаться благоразумно, пленили, там закят платят, какой они, 20-ю часть, их здесь налог, а язычников сразу истреблять. Я говорю о книге священной, которая считается у других. Мы оказываемся в положении,